У меня с большой буквы. Или я ж могу вот так сделать. Я же могу в ОБС сфоткать. Как у тебя канал? ВЭС просто называется? ВС, нижнее подчеркивание, ВЭС, дисплей. нижнее подчеркивание, гей. Ага. ВЭС, нижнее подчеркивание. Вообще. Адеградка, его просто адеградка или тоже нижнее подчеркивание? Просто. Деградки Ладно. со щекой закладки. О, у меня получилось захватить контроль. Жесть, какая же бредятина. Да, там еще от имени администратора лучше запускать ОБС, чтобы захватилось нормально. Так. От имени администратора Counter-Strike я приказываю захватить. Короче, мне кажется, это какая-то костюм. Экзистенциальная модификация от Габена. Ты свою палку видишь больше, чем она на самом деле. Это экзистенциальная модификация в моей жизни. Какую палку у кого смотрите? Куда? У тебя Костян, вот Костян у тебя с маленькой буквы инцел или с большой? С маленькой. Вот. А у него почему-то с большой. А. Непонятно. Ну, это знаешь, как всем говоришь, что большой очень, а со стороны смотрит, а там да нет, вроде бы. Ну, я и говорю, да. Костян этот гроуэр на тэшоуэр. Ты, кстати, дропнул запретку сейчас, Денис. Это всего лишь твой ник, я ничего не знаю. Не, мой ник — это Инчелло. А, Инчелло. Инчелло Фугатини. Простите. Не распознал. Не распознал без лупы. Ребят, я пока не могу, подождите. Пишет нам, сидит. Ну что, почему мне тегл? Мне теперь страшно. Ну, я не написал, что не может. Контактировал. Я с ним ничего не делал, честно говоря. Привет, ну, чатик. Ну давай, давай, потреним. Разомнемся. Сайдет, короче, типа, жаловался, что, типа, смута ему комп спалила. Говорит, что, мол, 78 градусов на видеокарте, пипец как много. 7... Нет, это он раньше. Это же, типа, это да, же да, 78 это не так много. Это так. Я бы к этому отнесся типа несерьезно. Но это, блядь, какой-то подпольный российский геймдев, Костян. Может, все-таки Alone in the Dark? Я не хочу запускать. Слушай, будет второй после Камбоджи Дая самый дорогой выпуск. Денис, ты боишься, что тебе, что твои данные прямо... Да нет, я боюсь, что мне реально компьютер спалит. Я хуй знаю, чего от них ждать. Это ж Unreal 5 какой-то. Это ж игра, которую за полторы недели собрали. Чуваки, жмите против, а сука. Против чего? Блять. Тебя... А, меня тоже кикают зачем-то. Как-то 29 рью. И что происходит? Ну, у них, видимо, там какой-то между собойчик гомосексуальный. Ну ладно. О, провалился вот. А вы что, стартанули казуал, что ли? Или что? Да, да. А, понял. Oh, тебе лучше бы с доктором поговоришь. Изобрели. Может, лучше в гангейм хотя бы? Зайдем пока. Там, короче, там какой-то... Давайте гангейм. Да, гангейм. Гангейм и дезматч. Гангейм добавили недавно. Я выхожу в главное меню, там какой-то, блядь, шизофреник что-то вопит. Я убавил звук чата. Да, добро пожаловать в Counter-Strike. Ой, я случайно. Не, ну, кстати, хотя бы это, что-то люди ожили, а то слишком долго вторая часть была очень скудна на какое-то взаимодействие голосовое. На уважаемых джентльменов. Да не, на обычных серваках там русские только так и говорили, всякое. Про мамок и прочее. Не, ну я когда, вот, допустим, для обзора играл в соло, я вообще не слышал разговаривающих игроков. Я уж удивился. Ну... Уэс, ты где? Я тебя что-то не вижу даже. Я куда-то к тебе пытаюсь присоединиться, и что-то как-то как будто бы не получается. Уэс там уже Helldiver забыл. А, еще надо. Заки говорил там какой-то гангейм. Гангейм — гонка вооружений по-русски. Не знаю, как она на английском. Наверное, гангейм. Камгейм по-русски — гонка вооружений. Армс рейс, да, вижу, армс рейс. Ко. Это я типа у тебя выиграю, после каждого килла пушки будут меняться? Да, да. С большей в меньшую. Типа заканчиваешь ножом, начинаешь со снайперок. Потом в конце пистолет и нож. Вот. Так.
Сейчас нужно вырубить 20 аниме-донатов сайда, да? Сейчас, секунду. Зачем вырубать аниме-донаты? Ну, потому что у него свои донаты, у меня типа свои. Разве может быть? Он же хорошо играет, мне кажется, сюда надо это. Он захотел аниме-донаты. Есть рефорол или есть команды? А, можете выбирать команду, да, вручную. За КТ заходите. О, я помню эту карту. Да, вот только две добавили. Вот эту и как там, шотс? Или как называется? Или это есть шотс? Хе-хе-хе-хе-хе! Крысы баны. А? Ты что, ФКшного убил человека? Почему? В смысле ФК? А, ты еще не прогрузился? А я не заметил! Какая незадача! Сука! Че, ФКшного человека убил, да? Блять. Денис, иди чил. О, Денис починил микрофон. Он стал громче. Если починил. Ну, поменял что-то. По громкости. Ну я на 5% громче сделал, я по дефолту даю. Сука. А, это free for all? Нет, это не free for all, это команда на команду. Да не, есть вроде команды, да, то есть. Да, можете за КТ, можете за теров, как обычно. Но здорово, возрождаешься здорово. Сразу. Почти. Так. Тут прикольно, чтобы размять сроку. Здорово. Здорово. Денис стрим запустил, не знаю. Нет, ничего не запускал. Нормальный человек, не стример. Как известно, стример хуже Ширабаса. Кого? А, я тебя в итоге достал, да? Ты тоже гашетку зажал? Да. Я их тут на респе ебу. О, нет. Эй, да. Ты меня ебешь, хотя бы уже не проверил. Получилось, ну извини. За чеку инвалидом. Ах, крыса. Кто это у нас тут на респе-то? Да ебаный. Я не играл в КС-ку. Так приятно. Я говорю, петух меня убил. Никто в Overwatch, кроме Дениса, не захотел. Просто. Да ну, скучные все. Там же Overwatch новый герой какой-то. Просто вот, вот он есть, а не бинарный. Стой, стой, стоп, стоп, стоп. Ты как сказал, он есть? Ну, я сказал герой, я же не уточнял, кто. Не бинарная персона. Они есть. Отстань. Ты меня не подловишь. Ну, это если бы сказал герой, то я тогда вообще... Он костюм-гендерно-нейтральный или ты просто уже на опережение? Как наша команда образовалась... Персонаж. А вдруг это персонажка, ты чё, псина? О, персонаж. Ты феминитивы не уважаешь, что ли? Почему ты решил, что персонажка, а они же местоимение? Персонажки. Короче, тебе двойка за... За gender studies. Блин, чё там у сайда этот случилось? Ну, чё-то, видимо, случилось. Куда ты, с дороги? Паровозик кто вас едет? Паровозик Гомос, ёпта. Ты какой толерантный, посмотри на него. Паровозик Гомос. А что за крысы-то? Оп. Ай. Блять. А, это Костян был? Я думал, ты за нас. Что за... Не, мы против Уэса играем и Костяна, если чё. Ой, сколько вас резнулось тут. А? Ой, свои. Потому что спаун-то идут, ну зачем вы так? Ну зачем вы так? Давайте честно. Ебать. Там мне хэ заплыли. Район зашёл. Да боже мой, чел заколебал. Убейте его кто-нибудь. Отстаньте! Я чел убиваю. А
А смута, кстати, выйдет полная версия или только демка, а полная неизвестно когда? Я не слежу. У него вроде просто как релиз 4 апреля. Да. Релиз полный? Нет, Заки, релиз демки. Частичный. Частичный релиз первой половины демки. Пол версия, окей. Тут, кстати, со смутом, мне кажется, нельзя быть уверенным наверняка. Можно наверняка быть уверенным, что... Я сюрпризом видел, как Ванамас обозревал какие-то тряпки, которые висят в смуте. Ну там какой-то отрезок скинули. В офисе. Да. Ебать. Кстати, я сказал, через 40 минут где-то подсосёт. Так, там уже с ножом у них черт есть. О, нет. Я его вижу. И там в центре карты бегает. Кто за дикий хуй там с дробовиком? Не я. Нет, ты в моей команде. Я понял. Нет, ты дикий хуй. Ау! А-а-а, нож! Нормально отбился. Как ты, оказывается, с мухой быстро бегаешь, ничего себе. Да, с мухой быстрее, чем с ножом, или так же, как с ножом. Это единственное оружие, с которым быстрее всего бегаешь. Кроме ножа. Чё? А, изи! А, тут не изи, это всё-таки по местам. Да, давно не играл в КС, конечно. Да. 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 Так, ладно, сейчас, надеюсь, у нас меню выкинет, а не в следующий матч. Блядь, в следующий матч. Ну, блин, так, вот это, тебя, вот что, это... Что такого? Эта тема, кстати, вот, очень напрягает, меню, что выкидывать. Зачем? Сразу в следующий матч. Ну, я матч говорю, сайт только через 40 минут придет, мы в нормальную игру через 40 играть минут. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Да, я там говорю, мы же зашли... Да ладно, 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 все, все. А мы все должны выходить, или ты нас вытянешь? Да, на что ты обиделся, Костя? Все, все, успокойся, Денис, успокойся уже. Так. Я куплю тебе ту платье, которую ты хотел, только не бесись. Слушай, ну хорош уже. Ты на людях, не позорься. Что происходит? Угомонись уже, господи. Ты можешь успокоиться и нормально играть? Какие карты ты хочешь? Да все, запускай любой режим, как ты хочешь. Голосуйте за карты. Да любые, господи, уже выбери какие-нибудь. Так, так, так. Давай. О, у меня на офисе одна победа до рейтинга. Заки? На... Нюк? Потише, хорошо. Денису? Да не-не-не, себя. Че, можешь купить какой-нибудь наборчик со скинами? Ты все-таки подхватил нейросифилис от куртизанки в Dragon's Dogma? Блин, меня вышвырнули из борделя. Да, я даже по нижней планке не прошел. Даже 3 сантиметра не было. К сожалению, да. Так, что, как стрелять-то, расскажите. Блин, я уж сам не помню. Хуяк, вот мне сейчас показали, как стрелять. Так, что-то там уже даже Заки с лёта убили, мне страшно. Да я с тройного режима стрелял. С ты поигрываешь в КС-ку? Или проигрываешь? Я? Рейтинг уже. Да-да-да. Да, я захожу раз в неделю, фармлю ящик. Я премьер не заходил 2 недели, мне забрали уже рейтинг. Вот. Давайте дым и идем справа. На раз в неделю, типа, я на пару часиков захожу в дезматч и в гангейм.
За них тоже дают? А, да. Интересно, за калак и за крутки? Наверное. По поляк, может. Вниз. Меня волю убил. Блять. А, блять, как он так метко ебашит-то через дым-то? Закалай. Палю эту. Закалай, хорош. Короче, типа, откуда пришли, там на подъеме есть. Фуф. Я забыл, на какую кнопку оружия смотреть. F, по-моему. Да. Вот, наш человек, у него даже Купер Белл. 4 кла. 4 кла. Может, нахуй сядет тогда? О, видишь, в чате спрашивают. Давайте так же. Как будто бы Денис сделает нарезки эпичные, а не смешные. Да не, никто не думал, что они Денис смешные. Так, я не знаю, что попёрся сюда по этой дурацкой тактике, у меня дробовик. Костян, никто с тобой не идет, ты один туда пошел. Пизда-то. Ой, я за нашим челом, у него бомба. За калаком и заком. Блять, там еще один. Воу-воу-воу. Сука. Там где-то слева на контейнерах одна башка торчала у чувака. Вы убили? Нет. А за калак и зак сбросил бомбу, что ли? Наверное, его сбросили. Ты очень громко топаешь. Белый барс, ты о чем? Ну, блин, ну, тяжелый очко. Откуда он? Фух! О, хорош. Это ты нервный флик. Пупер-пупер, Белл. А, давайте налево все пойдем через низ. Давайте пойдем все налево через низ. Ну давайте налево через низ. Может быть налево через низ? Мне кажется, это неплохая идея. Да, знаю, что ты сам. Ты чё спину? Он сюда спиной ворвался. Блин, сорян, конечно. Да, он будет моя идея. Он меня дезориентировал. Чё за пиздец-то, блядь? А как? Это же дробовик, как так-то? Нормально, сразу прыжечки, потом два прыжечки. А что у нас тут? Платиновый чемпион. Модный скин. Как он там оказался? А, ну ладно, да, он мог со своей базы перебежать. Как убивать того чувака, который сидит, у него только одна голова торчит, а он по нам из дробовика шмаляет. Ну больно, больно. Ну или можно в ту сторону не ходить, пойдемте направо. Ага, какая идея, на битву с ним. Ну пойдем. У меня есть две флешки и дробовик, я верю, что я смогу. Давай, прощай. Удачи тебе там. Тут очень много флешек. Оп. Убил его, да, убил его. О, ты убил его, Вес. Ничего себе. Ну там другой был. Пупер-пупер, Белл. В управлении наш закалок запутался. Ну это просто у него киберкотлетный мув. Сейчас смотрите, все сделает. Ничего себе, он на звук начал стрелять по тебе. Ага. Сейчас ну или вот у него этот стоит, знаете, сейчас софтина популярная какая-то, там через нейросетку буквально можно сделать, которая у тебя делает эти...
Короче, LKM прожимает, когда попадает там цвет не тот в центр экрана, и у тебя идет команда через какую-то. Ну, это этот автотриггер или как он называется? Да. Может, он этот пиксель вылетел постоянно? Не, он начал стрелять. А, пиксель вылетел. В целом мой размер, да, похоже на правду. Там непонятно, что у Сайбота. Смотрите, можно сейчас кинуть дымы и побежать налево. О, да, хорошая идея. Константин, мастер тактишн. Yes. Сука. Но не мастер кидашин гранашин. Там есть. Жжется. Кто-то на А тусит по звукам. Гранаты закидывают. Сука, да, он там стоит на этих бочках ебучих, его хер прострелит. Белый. Еще один в лобби. В лобби, ты на него выходишь, Заки. Сзади, в лобби. Я слышу и сзади тоже. Я не знаю, как это работает. С двух задов. Это просто. Два человека, Заки, потому что. Или не было никого сзади. Лали. За хоррор. Вы тоже слышали слева, а не сзади? Или я только один слева? Не, я слышал там, где надо. Окей. Ива. Бля, ливнул еще. Ой, блин, вот так-то надеялись на киберкотлету. Ну, он понял, что не совсем нашего уровня, не соответствует. Ну да. Костян — это типичный качок, он пытается себе спину почесать, смотрите на него, не достает. Либо он исполняет танец, как это Джейсон Момоа. У него же есть там какие-то эти... Его гавайские. Чатик, если что, у нас мимасы можно отправлять. Подожди, сегодня 1 апреля. Море, да? Можете отправлять мимасы. У них Новозеландии. Ну да. Маори — это кто? Коренные Новозеландии же, нет? Че ты ржешь? Казал бы. Маори. Какие еще будут варианты? Маори. Мне написали хака. Это связано или это... Коренной народ Новой Зеландии, хули ты ржешь там, блядь? Так я ж не говорю, что ты не прав. Сука, газлайтер профессиональный. Газлайтер. Да, в КС дохуища видов читов, их просто миллиард. Так сходу сложно сказать. А, вот, теперь нормальный. А я забыл, как дрочить коктейль Молотова. Как дрочить? Нет, не помню. Такое не забудешь, а вот Молотова как-то это... Выбился с памяти. Чё-то летит к нам! Граната. Так. У нас чел там разбирает? Или нет? Чё, вернулся наш этот? Да, злой казак. Чё ты переподрубал? Возможно. Ах, вали в дыму на улице. Ах ты, сука, сверху? На точке. Не, он возле контейнера красного был на улице. А, ты меня? Я Костяну. Ой, блядь, а свой, ёбаный. Понятно, со всех сторон. Это не стреляют, просто вот, ну, как-то непонятно. Слишком нас знают, читают или что происходит. А если они стрим снайпят? Да, могут. Какой кошмар. Зарепортим. Всех зарепортим после стрима. Читают тебя, как бутылку шампанского. Да что после стрима? Я прям сейчас. Кто-то писал? Мелигот. Ой, это в смысле после катки.
Читы для просмотра. А как вот? Других читов? Как вот капец в нормальной игре? Да я все галочки просто ставлю, кабин раздается. Только одну галочку можно ставить теперь. О-о-о. Все пропало. This game is literally unplayable now. Так. Ну-ка. Репорт. Это стой какой. Наверное, Габен стал разбираться. Вот, вот оно, все вот только оно. Одна жалоба. Ну, мы так против челов, которые прям откровенно стрим-снайпят, вроде не попадались еще. Да ладно, господи, какая разница. Ничего не да. знаю, куда их. Я недавно на стриме в покер на реальные деньги играл, и то без задержки. У меня был Галил. Это как низко ты пал. Денис решил 20. Я заработал $3 за 2 часа костя. Денис еще 1000... Стонгс. 19998. Да, 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 да. Я спал 3 или 2? Предположим, 2. 3. Пиздец, что ли? 19997. Не придумал, сколько выиграл. Да я забыл. Да ебаный. А 19997. Все, я понял. Да, я понял. Обычно я так долго до этой шутки допираю. А? Был же чел, а у кого бомба оказалась? Потому что бомба я на Б, и тут лежит. Никого. А, снизу, то есть? Угу. Ладно, я пойду через улицу тогда, не знаю. Пробую. Пиздец, блять. Где тебя? На улице, на улице. Типа перед в ангаре, в ангаре. Ну, вход в ангар в главный. На Б. На А, на А. А им? Блин, ну вот какого хуя они ревают? За сколько ты вот говоришь, за сколько ты эти $3 выиграл? За 2 часа, за 3? Ты посчитал там на калькуляторе? Я сейчас считаю, да. Итого тебе нужно 13333 часа. А, до 30. И 25 минут. Разделим на 24 на 365. А, чувак ливнул. Можно, давайте сдаваться. А, кстати, нам ничего не засчитают, по-моему, типа, да? А вы зачем нажали в 2? Блять, кто? Мы теперь играем. Я вроде да нажал. Нет. Нет. О, мы не нажали, да. F1 нажимайте. Да я вроде F1 нажал. Да. Ну чё, Костян, посчитал? Что тебе? Ну давай, давай в сутках тебе посчитаю. Сколько ты сказал? 555,5 дней. Отлично. Либо... почти 3 года. Ой, почти 2 года. Ну, полтора года примерно так тебе, да. Но ты не забывай, что там можно и проиграть. Ты так это учел, как мы берем самый перспективный вариант, при котором ты гроссмейстер по портье, как там, крупье. Гроссмейстер портье, да, именно так это и называется. Чемпион этого, как интернешнала по чпокеру. Чпокеру? Чемпион как дурмест по чпоке. Офис. А, ну да. Покер. Алабамский чпокер. Холдем чпокер. Холдем, блять. Кто-нибудь знает, они добавят какую-нибудь карту новую вообще? В рейтинг, без рейтинга. Заходит как-то небинарный алабамец в гости к своей свою сестру. И кричит холдом. Инцест, дело семейное. Странно, что Вин Дизель не является его амбассадором. А его же там пытались вроде заканцелить за что-то, но, по-моему, так и не получилось. Но Вин Дизель, он типа какую-то там якобы домогался помощницу 10 лет назад, 15 лет назад. За семью заканцелить нельзя. Да.
бушники вылагался. Блять, если я правильно понял, сейчас вышел трейлер какого-то сериала «Акалейд» по «Звездному войну», или как-то так он называется, да, и его снимает бывшая помощница Харви Вайнштейна, не бинарная. Типа, как так получилось, что она вслед за ним в каталажку не уехала-то? Она ж наверняка в курсе всего говна была. Ну, она вовремя сказала, что не бинарная. А, ну да, это точно, это такой протектив шилд, как в «Дюне». Харви просто не подсуетился вовремя. Валу не анонсит обнова, понятно. Хотя Кевин Спейси тоже пытался эту карту разыграть. Не получилось. Не поверили. Он вообще нигде не снимается сейчас? Не, Спейси снимается. Начал потихонечку возвращаться в мир большого кино. Да. Ну, в таких небольших каких-то фильмах. У тех, кого не стыдно взять Спейси. Нет, еще Николас Кейдж, он же сейчас вообще... На Оскар идет. Да? Чем я уверен, Оскар? Еще годик-другой, и он Оскар получит. Разве что Кучера. А вы не смотрели с ним фильм какой-то должен прикольный? Он, по-моему, уже даже вышел в цифре, где он там всем снится, и все из-за этого его начинают. Там да, вышел, но не смотрел ли. Блин, там какой-то фильм прикольный. Это фильм про его фан-группу в Фейсбуке. Ты что за какой-то наезд сейчас на Николая? Ой-ой-ой, так. Так, я проиграл раунд на пистолетах, что-то непорядок какой-то. Это читеры по-любому. Такого никогда раньше не было. Оп. Ты тут? Я тут. Опа. А чё у вас с Уэсом за нашивки такие в таблице лидеров? У кого? А, ну это, видимо, у нас уже потому что раньше на этой карте какие-то есть. Чё, у Заки нет? Да, в смысле? А, подожди. А, ну да, у Заки, по идее, должен быть ранг. Я не знаю, какая. А мне написано 9 побед до рейтинга, поэтому... Может, мне его уже дали, но еще не отыграл. Авансом дали. Да-да-да. Но это какое-то серебро 3, это похоже на мой рейтинг, так что будем считать, что это оно. А, у меня нету рейтинга, да. Мне одну-две игры надо выиграть. А-а-а. Сука. Ты проиграл. Это очень сложные мувы у котика. Ну. А он бы хочет зайти в дверь, а потом передумывает. Блин, у него было 13 хп. Смотрите, у Лил Фауна. Аватарка. Бля, тут другого было. А чё-то я не вижу. Это Шрек целует человека? А вы знали? Из Логарнау. В какой-то Испании есть музей Шрека или еще где-то, не помню где. Какой-то Испании. Ну да, у Лёни. Лёни может сходить. На тему Шрека. Вы же знаете эту тему? Шрек це кохання, Шрек це життя. Нет. Блять, не культурно. Ну что, Шрек это жизнь, я понял, да, но... Шрек из лайф, Шрек из лайф, Шрек из лайф, только по-украински? Да. Ничего себе. Возможно, на Ютубе сохранилась сейчас только украинская версия. А, ты про этот видос конкретно? Да. Все, все, тогда я понял, про что ты. К сожалению, я знаю, про что ты говоришь. Это мем, что ли, какой-то? К сожалению. К сожалению, я был свидетелем этого кошмара. Бля, там текст еще такой смешной. А на украинском, в смысле, дублирован был этот видос, что ли, или че? Я, честно говоря, не помню, там то ли финальный титр исключительно на украинском, то ли действительно дублирован весь ролик. Сейчас я проверю. А, есть же оверлей. Имя. Как я забыл об этом. Браузером. Блин, наверное, логичнее было ставить офис, когда сайт этот придет. Вроде он его сильно любит. Зачем тебе с браузером? Тебе нужно без браузера.
Ты же рыжий, ёпта. Куда ты пошел? Да ёбаный в рот, броню не купил. Блять. Не видно нихуя. Костян, мы играем, если что. Играйте. Я за вас. Окей. Вот, да, Шрек цикл хайня. Да, дублирован. Ты в курсе, что иногда для Шрека признан лучшим DreamWorks, и продюсеры хотели, чтобы Коган даже на английском озвучивал? Да, я слышал, кстати, об этом. Ну, конкретно, чтобы на английском наши актеры озвучили, я такого не слышал. Ну, там вроде как голос Шрека считается самым таким прикольным. Или речь о всем дубляже? Не знаю. Я уж не помню, какие там у меня бинды были. Ничего не помню. В Шреке? Да. В Шреке были какие-то бинды. Казаки там свои любимые моменты зацикливал, чтобы писи было лимонить удобнее. Да я Шрек смотрел 1-2 раза в детстве. Первую, вторую, третью. В день. Пубертат дело такое. Как когда он выходит из кабинки своей. Там же была секси драконика, дракониха. Ты идентифицируешь себя как осел, судя по всему. Это же судя по всему фури, можно сказать. Почему? Почему так можно сказать? Не знаю. Заки, я как твой адвокат. Рекомендую тебе. Хорошо. Воздержаться. Let's go! Ой, я не купил броню. Вот теперь let's go! А, десантурия какой-то звук бутылки на этом кусте. Я после нарезки подумал, чего такой был. А откуда? Там есть какая-то бутылка рядом? Нет. Вот ты прыгаешь, что какой-то звук бутылки. Бутылка шелестит, да? А, нет, не первый. Как вода. Я всегда слышу бутылку. Воду прыгать здесь до конца катки. Блин, котик сидит, смотрит коридор, сделал в итоге 4 промаха и его убили. Моя школа. Как адвокат рекомендует цифры молчать, но вот как контент-мейкер. Зайка, там не Шрека посмотрел. Возможно. Чё? Неважно. Чё, какой там самый интересный анонс на 1 апреля был? Ну, что-то было вообще, как будто бы прям не шибко. Ну, типа, дату релиза GTA 5 назвали. 27 февраля 25 года, по-моему. Какой-то наёб, по-моему. GTA 5 вышло 10 лет назад. А, ой, 6. Я путаю. Я думал, это они, конечно, порофлили. Юмористы. Даванули рафлянку. Если что, бутылку молотов дрочить ФР. Вот. О, кайф. Спасибо. Будет кайф. Сгорел на работе. Бля, он залога сжёг. Походу спалит сейчас залога.
блин, не догорит. Так а там же нет, просто у них деньги теряются. Да, минус все бабки. Да, до смерти не догорает? Нет. Сейчас что-то сделает. Смотрите. Иди смотрите. А, он на Денис. За ним брался, что ли? Shift отпустить. Пешком за ним побежал. Было близко. Давай. Так, ну, надо котик, в таких случаях покупать Зевса. Зевса вишнее. Зюсь. А ты за ним, типа, долго шел какое-то время, да? Да. Продолжительно. Долго шел какое-то время. Продолжительно. Производил передвижение. Ах ты, сука. Ой! Я случайно тебе взорвал. А, видимо, сквозь меня двоих ебнул, нормально. А, скаут. Тогда помираш. Помираш. Помиранец, знаете, есть такой фрукт. Я думал, это нация. Помиранец? Это не сорт помидора? Не помидора. Просто по-сербски помидор это помаранж... А, нет, секунду. Апельсин это помаранжа. Это сорт апельсина? Да. Да, все понятно. Понятно, почему помаранжа называется апельсин по-сербски. А у нас вот, знаете, в деревне буханка машина. И у нас она была машиной скорой помощи, и мы называли ее помирашка. Блять, кстати, вовремя я повернулся на него. Вы не очень верили в врачей своих, да? Бля, у нас была, раз уж мы затронули эту тему, классная руководительница. Она была очень старенькая. И некоторые ученики моего класса, к которым я не отношусь, называли ее... Да вы поняли. Морщинка для гробов. Как? Морщинка? Какая-то морщинка, морщинка для гробов. Я не расслышал. К счастью, это был не Костян. Так что вопросов нет? Куда ж ты? Ты куда лезешь? Карма. Но мне нравится, как пуля прошла сквозь голову, не задев жизненно важные органы. Может разъебать еще сегодня, я не понимаю. Котик все время держит угол, вот этот. Он всегда здесь, у него тут лоток где-то, походу. Реакция что-то у него не как у котика. Может, просто породистый какой-то, больной уже. Ну, на картинке вроде здоровый. Ну, это картинка 20-летней давности, как у всех пользователей одноклассников. Он играет сейчас в кошки-мышки, вы поняли? Нихуя себе. Выиграл. Хорош. Кстати, я знаю, за сколько мои кошки съедают 4 килограмма корма. Три кошки съедают ровно за месяц. Нет, 3500 4 килограмма стоят. А если его предварительно открыть и досыпать, тогда за неделю? Ну, возможно. We will make them regret everything. За сколько крысы съели 20 тысяч? Уньк. Я прям в башку попал.
Я увидел фейерверк из головы вылетающий. Ебать. Оньк. Там уже к другому залогу заглянуть. Оньк. Блин. Стойкий оловянный солдатик. Залог на кухне, если что. Не в конференции. Хотя, кстати, я не ебу, я, по-моему, наугад это сказал. Пососайд зашел в игру. Хорош. Царакой почуял. Это шестое чувство паука было такое. Шестое чувство паука. Я во все стороны просто смотрел. По очереди. Крысава. Привет. Здорово. 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 Ну, 2-7 у нас счет. Бля. Мы одну катку, типа, проголосовали сдаться, потому что ливну. Фу, получай. Чё там у тебя произошло? Фраг. Прокакался, все нормально? Да, от души просто. Попу вытер. А чё меня тегл, я не понял. А? А чё меня тегл, зачем? А я думал, Лёня пойдёт. Я просто... А, еще один там. Привет, чат. Снова. Чаты. Чаты. Ага, понял. Ну, я почти добил его. Лоу хп там. Котик, проснись, котик. Привет, чат. Веса. Он на длине. Я слышал, как он там затвор передергивал. Да, отлови подарок. Дружище, ты бы по деньгами тут посвятить. Ты бы поаккуратнее с деньгами тут. Да, ты поаккуратнее с деньгами. Да, Денис, тебе это вот. Хорош, мега хорош. Я вообще забыл про это. Спасибо, Снежный Барс. Спасибо. А чё? Я не понял вопроса. Ну, Сайда с чатами общается. Нет, я с собой. С собой? Да. Ты точно покакал? Я и пописил. Хочешь, покажу? Ты сохранил это где-то? Ты в баночку пописил? Или до ковер? Покажу, что? Да. Знаете, мне опять вот я перевод дыхание переведу, ладно? У меня здесь. А, ты ушел? Да, сука, скажите. Какая. На мне слон лежит. Спасибо, Барс, еще раз. Хуя, вы знали, что Вес у нас теперь витубер? Витубер? Витубер. Ты себе там на член проецируешь, да, сижишь ты. Или у него... Ви-вульву показывает. Нельзя же больше. Не успел я на этот хайп-трейн. В смысле, еще работаю, там Вишо же... Денис нам зачем-то просто скинул... Чувака, который членом крутит компьютерного. Там, короче, у Уэса какую-то аватарку себе свою сделал. Короче, аватарку свою сделал. А что, она рот открывает, да? Пока когда ты говоришь. Уэс, поговори. Ага. Да. Немножко шевелится. Там он еще и моргает. Найс. Вообще. Не надо мне ничего скидывать. Я что-то покажу. Ну, если пацаны не умрут, в смысле, блядь, если пацаны это... Так, ты знаешь, что чего не знаем мы. Если пацаны после этой катки не уйдут, то, конечно, покажу. Чё, мы только пришли. Ну, мало ли, я их изо сколько у меня не было, если честно. Ты, у тебя всё в порядке вообще? Вообще нет. У тебя большой ковер. Что ты счёт времени потерял. Очень большой ковер. А я сыч сломался. Ух, ты на лестнице, которая... Ну, чтобы в игре играть. Взломал. Да. Я думал, ты его обкалил. Это что, сыч, это за золотая штука? Короче, да лучше это говно продать там. И Steam Deck купить. Окей, сейчас, пацаны, чат, я завтра ставлю... Ой, блядь, когда я там... Короче, когда я буду стримить, я поставлю донат гол на еще на 1 000 000 рублей, и мы с вами будем копить на Steam Deck. Еще на 1 000 000 рублей? Нихуя себе у вас донат гол на последний, пацаны. Steam Deck можно было, что ли? 20 000 долларов. Это
это шутка. Это 2 миллиона. Не находишь? Нет. Окей. Ах ты, сука. Что, 20-ка, хорошо. В этом, с гаража, со слоном, который был поднят вниз. Оп. Кстати, чатик это там кто мне говорил, я не знаю, ты тут есть или нет, говорил, что поиграть в Unicorn Overlord, заебись, хер оторвешься от этой херни. Бэ! Топовая игра вообще. Бэ! Я ж по это... Это... Бля, чё? Всё, ты просто помолчи, просто помолчи. Блять. Let's go. А зачем у тебя такие огромные мешки под глазами у вас? А чё нет? Чтобы лучше... Саня громче, тут нету Сани, тут есть Сайдед. Юникорн, да, Юникорн, пацан, заебись, я вот не знаю, как он будет играться. Ты единорога себе купил? Да, игра от VanillaWare, если что-то говорит, появилась. Это, короче, тактическая стратегия в реальном времени. Как бы. На самом деле просто аниме порево. Сейчас посмеется, если ты. Ой, я в звука начал стрелять. Нихуя себе, меня не жжет. А, прям за углом. А чё так много-то? О. Костя вообще никто не видит, я согласен. Ты как этот ИИ Турель, у которой глаза разбегаются, когда впереди несколько человек. В каком фильме это было, я не помню. Спасибо огромное, Коль Насильник, за 2500 рублей. Спасибо, дорогой. Жесть, опять свои донатами хвастаются. Надо завязать со стримерами стримить. Так да, Заки, это ты это, когда вот мы вот так вот все вместе сидим, ты это... Включай микрофон, чтобы донат зачитать. Когда стримы по Helldivers, ну я думаю, скоро. Да ведь, пацаны, да ведь? Да, конечно, каждый день, блядь, играем. Орваться не можем. Я бы играл, блядь, это вы какие-то, блядь, дети, ебаные. А я не понял, там что, жуков, типа, все победили совсем? В смысле, нет, там больше нет слышал. Ага. Нет, есть. Типа, вчера что сейчас были. Мы на роботов, а жуками вот эти... Там же был квест на то, чтобы остановить их распространение. Это не, было ну, очень странно. На как это, на 15 минут остановили. Потом они снова распространились. Ноль вопросов. Пикл, плохой вопрос. Не задам его Денису. Мы все знаем, что Денисоролики выходят каждый вторник в определенное вроде бы время даже. Типа того. Что за слабак там с автоматическим дробовиком? Кто это делает? А, это противник. Я. Ой, блядь! Мдя. У них звуки отчаяния, уж слышите, пулеметы, дробовики автоматические. Сейчас автомат. По поводу чего там по сюжету в Helldivers, я без понятия. Мы туда-сюда ходим. Последний раз мы с пацанами играли, по жукам ходили. Вроде бы, там жуки были. Там две новые пушки добавили, кстати. Вот их еще не видел. А их всем прям дали или что? Ну, за валюту покупаешь, не донатную, в смысле. Как стратагема, короче. Понятно. Господи, ебать, что у тебя происходит на стриме, Вэс? Ничего. Че за пиздец? Все мое. Че там происходит? У него на весь экран надпись Game Over. У меня было слишком много на КНДС 4 в жизни. Окей. Мовер — это же газонокосилка, да? Или я что-то путаю? Это двигатель. А как газонокосилка будет по-английски? Потому что мув — это двигатель. Ничего тупее в жизни не слышал. Спасибо. Лучший комплимент в своей жизни не слышал.
Типа у вас на интересное на стриме происходит. Я к несчастью не могу включить твой этот самый звук. Потому что я с ума сойду. Да, не включай. По-моему, они разрешение у дыма сбавили. Да, выглядит. Или наоборот, частиц добавили. Не, может, они даже частицы наоборот добавили. Чтобы он более рыхлый. Хорошо, стараюсь, сколько народу тут. Так, дайте я сделаю вот так вот, и мы пойдем просто вперед. Там два человека. Пиздец. Пиздец, Денис убийца. Самоубийца. Амво. А сколько там еще раундов играть? А два раунда выиграть или 9 проиграть? Давайте побеждать. Ну мы подумаем над твоим предложением. Думать вредно, побеждайте. У нас котик с лапками, так что нет уверенности. А, нет, ну-ка, блять, кто тут с лапками? А у него на аватарке тот же самый котик, который... Дрилла ебаная. Дрилла. Моё дрилла. Да вы поняли. Ты пару буков убрал? Да, я пару буков убрал. Похож. Видели, как было. Мы, короче, вчера то ли Вась, то ли Костян, то ли Денис кидали пиздатый ролик. Про Джон Хелл Дайверсов, блядь. Охуенный ролик. Ой, скидал. Советую поглядеть. На ссылку я вам не дам, да? Я ищу просто сейчас. Напиздели сегодня, пиздец. Блядь. Психанул? Нет, оттуда просто стреляет что-то. Я решил наугад хэдшот поставить. Хорошо, и вас тоже съехал. Ты чё, блядь? Я сломал автомат, чтобы они не светили. Они тени создают и палят. Типа. Ладно. И в таких игроков в этой игре блиц нужен. Они просто вот сидят на этом пятачке, на этой точке. Чё, я кто-то ливнул еще из них? Отлично. Если мы сейчас проиграем, мы будем еще ждать сидеть. Да ладно, запись. Блин, ебать, это что нахуй? Окей. Это фурий какой-то. Почему у нас в чате фурии, пацаны? Что произошло? И какой чат смотришь? В нашем чате все нормально, я не знаю, может. Да конечно, я вот вижу здесь какой-то ящерица, который стримит на свой штом-то. Да. Потрясающий предприимчивый чувак. Это Денису понравилось, видимо. Ладно, я сброшу. Короче, сейчас надо поищу по-другому. Вроде это на ДТФ я сегодня видел. А ДТФ лагает, как обычно. О, нашел. Молотов разве не потухнет? Пин давай. Так. Сначала мой любимый чат Деградков. Держите, ребят. Наслаждайтесь. И чат Веса. Тоже любимый, но... Мега хорошо, мы победили. Да, то есть мяу. Все, я захожу. Ну да, это иконка ранга нашего. А вы безранговые лохи. Котик, кстати, не другой. Не Бобби? Стоп, а сейчас куда у меня ранг пропал? Че, у меня отобрали его? Все, поиграли и хватит. Ну, Файда, ты понял, да, что офис мы на сегодня уже отыграли? Нет, я не понял. Давайте вот, повторите. Повторите, пожалуйста. Надо было не опаздывать. Ну, простите, да, сейчас я обоссусь, сука. Опять? Жена, тащи второй ковер. Я имею в виду, это скины поставлю, я не знаю, как так получилось. Действительно. Очень похожие слова. У Файда, когда он пытается мысль сформулировать, вот эта обезьянка бьет просто в блюдце. Это как в том меме, где придумываются надписи для футбола. А, я подумал про Вайс и журналиста. Но в целом то же самое, да.
Я готовый. А, да? Я за офис. Так. Ну, не роляет. Я тогда против Нюка. Ну, так тоже не роляет, ты можешь выбрать только какую-то карту. Раз, два, ёпта. Сука. Я проще. У меня кнопка мута не работает все равно, даже когда игра в окне без рамки. У меня сейчас она в окне без рамки, у меня кнопка мута не работает. Вот я нажимаю, не работает. Вот я в игре сейчас, не работает. Мне надо сменить. Но у меня интерфейс теперь Дискорда завис после этого. Денис по своей натуре, конечно, есть. А мне сейчас слышно? Да, тебя слышно. Так, я перезапускаю. Да, у меня тоже интерфейс завис. Как будто из микрофона. Все сломалось, блядь. Стоило того все равно. Так я хоть разметился, я надеюсь. Нет, блядь. Не, тебя слышно, это... Давайте повысим ставки. Вот, таким образом получается, что ОС... И после этого, конечно, он... Это, конечно, был полный трэш, но он вот... Так все было, да. Это стримдек? Нет. Делает. О, алло. Все. Алло. Короче, мне нужно сломить кнопку мута, у меня вообще дискорд повис к хуям. Сайлент, кстати, тебя не слышно, если что. Заебись. Теперь слышно. Заебись. Держи фагатиня. Я тебе дал. А, го на длину, а? Го на Б, все. Го на, блять. Ну, я пошел Заки в длину. Твое предложение первым поступило. Ну, он как-то убедительнее звучал, да. Сейчас зарашим Б. Упс. Помоги. Там граната была еще, Костян, аккуратнее. Там двое, короче, там двое. Короче, на... Бомба давай на... Есть, на человек сверху. Снизу тоже есть. Все, снизу минус. Сверху еще есть. Сверху. Че, как один на один. Он на Костян. У тебя бомба. Иди ставь, да, вижу. Да, лучше тут. Блять, у меня два чата открыты. Я хз, какой из них мой? Наш. Пиздец, блядь. Чат Деградков, скажите А. Тихо. Сука. Ой, смышленый. Костян, на будущее, там вот этот дальний ящик, видишь, вон там справа. Вот лучше туда убегай. Там нормальное место. Дальний ящик, ну, который простреливает Тёмку. Тёмку, который простреливает, самый дальний угол, короче. Какого Тёмку, блин? Ну, верхнюю Тёмку, но это называется. Типа верхний темный коридор. Вот. Он напротив этого ящика. Бля, похуй, я никогда в любом случае больше не дойду до таких времен, когда смогу бомбу поставить. Блять, я кнопки пил. На зиге был чел. Сука. Зиги тебя, Заки? Да. Хорош. Там нахуй есть. Они еще и справа палили. В углу чертилась эта хрань. А, да, гон на другую точку. Ну все, тащи, Денис. Вечер, добрый вечер. Вечер в хату. Скажешь. Вечер в келью, протестанты. Какая-то шутка была, которую я не понял, но она смешная по-любому. Я не знаю, что такое келья. Окей. Я в целом не понял, но ладно. Блять. Не, Келли, я знаю, что это такое. Это помещение некое. Блять.
Я же прав, блядь. Блядь. Саранча. Со всех сторон. Что это никто закрывает? Что они умеют делать-то, а? Угу. Блядь, анимешники, не то что вы. Чё, господа? Чё, ты даст что-то? Вот давай нам тактику. Конь насильник, ну, как да. Хочешь. Ну, да, Го Б. Раш Би. Давай. Там же они дым кидают, что будешь делать? А мы тоже дым кинем. Раш Би. Короче, мы кинем дым дальше. Они как бы кинут дым в это в тёмку нашего. А мы еще дальше кинем и пройдем, да. Смотрите. Вот так вот сейчас кидаю. Справа есть чел. Справа чел. Чё ты справа? Тут слишком далеко кинул. Убили чувака справа. В дырке был один, еще в дверях еще один был. Блять. Я его убил, нет? Вроде бы. А, убил. А я мертв? Нет. Что со мной? У тебя фулл хп, Заки. Как же было легко. Все, теперь по Зиге на А. Пушку возьми нормальную. Хорош. Взял. Поняли? А? По Зиге на А. По Зиге на А. По Зиге на А, по Зиге на А. Дым только в дверь киньте, ёпта. И кидаем Зигу, идем на А. Кидаю. Да, не одобряем, короче. Так нельзя же говорить, да? Рассуждаем, правильно говорить. А не одобряем. Рассуждаем. Лес, блядь. Четко я задавил, да, Денис? Так, там на А, короче... У машины кто-то есть, я видел у машины кого-то по карте. Там двое. Так, я пошел вниз смотреть, ты дальше иди. Есть. Поставлено. Опа. Раунд поймал. Позиги идут. И снизу еще снизу, один был. Снизу. По Зиге где? Нету никого на Зиге. Это я, видимо, внизу слышал. Денис человека. Внизу или наверху? Я вверху на Зиге. Угу. А, вот. Шел таки. Блять, Зиге на Зиге есть. Наверху. Все, беги уж. Хорошо. Теперь это по Зиге на Б через тёмку. Блин, бедный тёмка. Как можно с Зиги на Б пойти, чё? Ну, там же туннельчик есть. Это не Зига. Мы по этому туннельчику пройдем вот туда, куда безопасно сейчас можем дойти. Зига это только вот это верхняя. И это, пошел нахуй, короче. Верхняя буква Г. Тогда и кидаем дым. Давай. Сейчас. Давай, Сайда, давай. Иди по Зиге до Б. Оп. Давай, Сайдет, давай, во. А мы уже все тут, прикинь. Отличная тактика. Ну его все сломали, надо было делать, как я. А вот я не знаю, что здесь. Ну все, блядь. Нет, Денис все заруинил, нахуй. Пиздец, блядь. Ни тактики, ни командной игры, просто пиздец, блядь. Наркоман упоротый. Аккуратно, дверяк есть. Вот теперь можно носить. Айфир ноумен. На А есть. Перед блядь, воротами на виде. Они уже в этом, в тёмке они. Ты же видел его? Unlike. Nice. Не, я верну. Nice cock. Идите на А. Посмотри. Да ты один, Зеки. Денис руина, короче. Все, теперь он капитан. Ты веришь, что так нужно передавать капитанство? Так в армии делают. Через низ пойдёт. Неловкая встреча была. Да, я хотел под него поставить. Он ворвался. Он тебя убил, Заки, как будто он был Тирион, а ты отец его Ланнистер. Как будто я срал, да? Да. Длина А. Го, попробуем. Ян. Сейчас. Идите. Это ваша флеха?
Походу нет. Целый фагот не заруинил катку, короче, все. В смысле? Ты не дал мне пройти. Есть, я тебя спас. Блядь. На машине есть. А меткой как? Метку как ставить, напомните? СХМ. Thank you. Секс. Сзади, в дверях. Сзади. Блять, флешка сейчас была хорошая. У машины все еще сидит, если че. Если убил, убил на машине. Пиздец, мне там флешка въебала прилетела, как только я его увидел. Как? Короче, здесь снизу есть, по идее. Страна респа. А их двое осталось, го на Б? Ну уже на А, зачем на Б? Так, на Б. Костян такой впечатлительный. Я что-то да. Он смутный какой-то, ебаш. Слава богу, блядь. почти убил. Давай, добивай. Хорош. Молодцы. Хорош, затащил. Сколько там у него хп было? 88. Блядь, он нашел мечей. Сука, нормальные пушки есть. Давайте опять, короче, туда же идем. Я этим. Только по зиге пойду. This is the way. Way to the way. Блять, я не купил пушку, сука. Я Костян не купил, подбери. Слежи из земли. Ой, я. Что-то нас тут ждут уже. А моя пуколка, нет, это отвлекашка. Она меня надамажила. Ты ничего себе! Вот это крысюк! Как выйдешь из ворот справа? На зиге есть человек, один. Справа был. Кто там наверху, я забыл. Костян, Денис, в смысле, Денис. Оу! Что? Они еще одну гранату кинули. Их там двое, походу, было. Какая-то стелс-граната вторая была. Да, я тоже что-то не услышал ее. Эх. Я, ребят, разучился стрелять, а с чувака в упор не попадался с этой зона. Не судите строго. Есть у кого лишняя пушечка? Может подарить? Да, вот лежит, бери. Понятно. Классно, да? Опа, кто-то есть, кого-то слышу. На две, в дверях есть, в дверях есть. Налево. Вы на Б давайте. Их трое тут, их трое. Мы на А тут хорошо. Да ёбаный, блять, да, трое, на меде слева. На. Ставьтесь. Блять, сзади. А что ставьтесь, бомба у тебя сейдет. Я руина, признаю. Лично еще закид. Они, по-моему, оба на миде. Там уже второй костян вроде был. Один на один. Ну, окей. Бомба, ну, блядь. Мне кажется... Ты чё? Испугался. Ты чё, ты психанул такой, да нахуй, побежал, блядь. Так там же бомба вонючая лежала. Типа экраунд. Я признаю, да. Эко, давайте эко. Хорошо, я от города. А только сейчас, я уже случайно несколько сделал. Горожби с пистолетами, вот они. Горожби. Мы не поняли, да, сайдет, мы поняли. Какой бараш, я не понял. Гараж. Гараж. Идем, не останавливаемся. Don't stop me now. I'm having a good time, Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. За дверью, сейчас наверх сейчас полезет. Наверх полезет. Ту-ту-ту. Не передумал, вот сейчас наверх полезет. Explode! Это он охерел, наверное. А вы темку-то не смотрите на темку? Где пушки-то? Нет, я на Андрюшку смотрю. Ага, на А, двое на, они оба на. Ну ждите тогда. О, хорошо, неприятно было.
Кто-то идет по теме, по-моему. Нет? Блять! Ебать, что это нахуй было? Какой-то скример от Дениса. Фух. Мне патроны кончились. Так, я попробую на Б, короче, зайти. И посрать. А мы давайте на А пойдем, все остальные. Там отвлекающий маневр сделает. Подберешь костюм, да? Да. Не, ну, возможно, мне саппорт не повредит. Повредит, повредит, Зеки. Это не дота, тут нет саппорта. Саппорт еще никому не помогал. Блять! Дядя! Да выпустите, сейчас разберемся, блин. Я же на Б зашел, кстати. Если я тебе попал, знал, знай. Есть у угла, есть у угла, есть. Какой-то он бессмертный, господи, вот мы с тобой по нему стреляли полтора часа. Там еще наверху был. Уже ушел налево. Короче, один на Б. Скорее всего, меня сквозь дым убили, нахуй. Наверху, наверху, если что. Сзади, 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 сзади убил. Сзади, сзади. Ну вот это костян правильно. Наверху все еще остался на... Последний наверху на... Бэс, ты его видишь? А, он тебя не видит, походу. Хорошо. А он что, он через снайперский прицел куда-то палил, что ли? Че он такой обливился? Он искал просто горизонт событий. Ну чё, через зигу на Б? Ой, в смысле, на А? Веди, Господь. Пошли. Веди нас через Иерусалим или через что они там ходили. Да, пошли, сейчас Господь тебя проведет через Иерусалим. Господь, Господь. Ты не туда пошел, зига-то здесь, слева. Точно, да? Сейчас я не туда пошел. Я этот потерявшийся агонец, блядь. Так, я вижу кровь, но я не вижу трупа. А, тут два трупа. А как это вот всех поубивали тут уже? О. Е, одно убийство. Под мостом? Нахуй. Да, убил еще. Последний на другой точке, ребят. И, по-моему, там их двое. Вот раньше, там же, да. Ну, последние два я имею. И оба последние. Удивительно, да? Ничего себе. Бля, наконец-то я коллаж взял. Кому коллаж дать? На посоке. Чё, куда идём? Возьмите бомбу, господин Фагатин. Я на дверну иду. Да, Денис её зубами поймал. Би, конечно, разби. Блять. Ой. Вес ноги сломал. Крою Тёму. Спасибо за эту флешку, она была крайне полезной. А никого на Б нету, вообще пусто. В Тёме убил. Творчество. Чё? Блять, за звук. Чё за нахуй? Мы победили, вот это звуки, ёпта. Мы победили. Это первая половина. Блять. Пошли, фалос. О, чё, они сдались? Сдались, как они сдались? Быстро. Ну, я там ливну, походу. Изи, просто чините, ёпта. Победа. Видите, дядя Сайдот пришел и победили, все. А как так-то? Ну я просто мастер. Я убил три человека за пост в прошлый раунд. Я убил три убийства. И вот первый концерт у мастера слова опасного. Давай Эншрент вместо Нюка, блядь, чё ты? Ну мы голосовали за игры. Ты вот проголосовал за Даст. А мы же на Нюке. Мы же играли на Нюке. Так мы играли там 4 раунда. Ну ладно. Ну я могу убрать. Убери. Да не, нормально, они поиграли, что пусть остается. Убери. Бля, опять затеров. Сейчас у меня. Убери. Чё-то знакомое, пиздец. Это что такое было сейчас? Обернись. Что? Мне не встать без твоей руки. О, да, спасибо. Не учись обиение сердца. А у вас сейчас игра не лагала? О, минус. Сейчас, да. Да, немножко пора барбендила. Вернись.
Костян такой чисто Конор Макгрегор из Родхауса. Родхаус, ха. Ага. Дом дороги. Родхаус МД. Надо, кстати, посмотреть сериал. Что-то захотелось. Абсолютно, я его недавно смотрел. Но не последние сезоны только. Не, последний сезон тоже нормальный. Все сезоны отличные. И, конечно, не девятый сезон клиники, но все равно, блядь, как... Девятый сезон клиники. В клинике 8 сезонов. В клинике 8 сезонов, да, согласен. 8, да. 9. 9 во рту у тебя хуё, в клинике 8 сезонов. Ну, в моем рту по хую на сезон клиники. Вот здесь, здесь чел. В твою рту хуёв по сезонам Санта-Барбары. Я убил его. У кого бомба? А, бомба лежит. Бомба лежит на Б, ребят. Вы убили человека на Б? Да, убили. Убили, убили, да. Меня сзади сначала убили, вот куда он стреляет. Заки, ты бы это спрятался. Оно. Человечек, умри, ВС убил оно. Может, это Охо. Или Охо, да. Ну, либо через церковь пойдет, либо через... Да, через церковь. Он из церкви проходит. Хорош. Я уставший, да я-то бегал. От кого? От смуты. Лучше бы ты не уточнил. Как там было? Это я, Шамиль, дай присунуть там. Погоди. Let's go, my brothers. From another mother's. Вагина. Вигнат. Спасибо за input, Джеб. Сука, окей. Это такой айсбрейкер у Сайдена в баре. Вагина. Там еще, еще. Костян. Еще? Угу. Бля, неприятно. Сука, на балконе, походу, где-то есть. На точке. А, блять, да, ну, внутри, в апартаментах, наверху. Я когда чистый. На балконе там есть чел. Понял. Пойду, пойду, блять. Так, бомба, кто-нибудь поставьте. Я трогаю его. Блять, сзади, сзади, сзади. Сзади кто-то по мне стрелял. Да, ё-моё. Бля, Костян, ты вообще в другой стороне Скайрима, да? Я бы захватывал. То как, захватил? Да. А чё за приказ? Чё сегодня произошло? Апреля, во-первых, я бы скептически относился к тому, что тебе не сказали. Заки, пожалуйста, спроси у Таксяна, как ему из раза в раз удается придумывать такие интересные ники. Костян, Костян. Ну типа да, бомбу возьмите, а. Костян, как тебе так из раза в раз удается такие интересные ники придумывать? Талант. Это не ники, это его жизнь. Спасибо, посадок. Моя жизнь с Сайденом. Фу нахуй. То есть тебе даже Сайден не дает. Слава богу, нет. О, смотрит, смотрит. Так, почему дверь внутрь открылась? Ребят, на Б. Там Сайден прочистил банан, так сказать. Ты ему помог в этом, да? Блять, на СП один самка сидел. У него мало хп должно быть. Самкой? М-кой. Прикрой, прикрой, прикрой. Блядь, ну блядь. Блядь. Не туда. Тут банан не прочистишь. Только измажешь. Так вы чё, я там такой продав сделал. Вы чё сдохли, геи, сука? А покупайте дым хотя бы. Ещё разочек этот банан обработать. Чтобы дымить этот проход, короче, эту арку дымить надо. Обдыми проход этот. Я прослушался, чей проход дымится после того, как Сайдет прочистил банан. Остановитесь. А то мне стыдно за вас. Блять, нет. Да. Упс. Костян потерял бомбу. Я подобрал бомбу. Есть, есть оранжевый, есть кто-то там у тебя. Оу, вот это интересный хэдшот был. Как так-то?
Блять, он удачно кинул гранату, сука, свою. Хотя пули убил. Я на это встал, хуйню. Огонь. Но убил это тебя пуля? Убила пуля, да, но если бы не огонь, я бы убил его пулей. Не пуля убивает, а огонь. А кал. Если пуля убивает, отец сердится. Когда отец сердится, наступает гуфи тайм. Блять. Ты брейнштормишь свой новый ник? Да. Это что-то. Блин, ну вы не поняли, что ли, референс? Я понял, к темной башне. Ну, это двойной был референс. Темной башни из Гуфи Тайм. Еще было и не очко обычно Губи, так 11 туз в таком случае. Тройной референс. Так, может эко? Вы покупали в прошлый раунд? Да, давайте эко, пожалуй. Гее. Да сколько эко-то можно делать? Ну, столько, сколько мы проигрываем, столько и можно. Я экономически взял дробовик за 1000. Агона, агона, хули мы на Б ходим. Да. Я в это в тоннельчик загляну. Не загляну. Я попал ему в голову. Че, там тоже загазовали, да? Задымили. Ой, в смысле, да, загнили. Чё, Фагати, как дела? Прекрасно. Да ё-моё. А там есть кто-нибудь, ты слышишь? Или это Уэс? Уэс, я слышу Уэса. Уэса. И ещё кто-то копошится справа. Тебе бы ещё костяночество придумать твоему нику. Блять, их там двое, сука. Справа, справа двое стоят. Ребят, мне кажется, эта точка наша смерть. А, заки один, ну ладно. Так сейчас затащит хули. Я ему конечно. Доплю, что ну, ладно, в рот ошибся, простите. Мне пишут, пока 20 тысяч не вернутся, Денис всегда будет эко. Бан. Хорошо, да. Это наш чат, не наш. Это ваш. Наш чат. Эколог Денис. Любит животных. А в особенности крыс. Задонатил в приют, так сказать. Сука! Со слоном на меде. Бойтесь. Блять, как же я хуево кинул. А у тебя что было? У меня коллаж был. Костян, за дымом кто-то есть. А где дым? Слева, справа от тебя. Пусть так не кипишует, все ништяк. Вокруг дым. Красиво. Красиво, я. Это все потому, что мы не поиграли. Это все потому, что мы в этот не играли, в офис. Нет, мы играли в офис. Вы, вас, я там был, я там не был. Значит, на вас там не стояло. На вас там не стояло. Чего у тебя со звуком периодически, Заки? Вот часто как-то прозвучал хуёво. Может, микрофон слишком низко? А-а-а. Возможно, да. Да нет, это паралак. Заки, походу, сворачивает между раундами. Не-не-не, нет. У меня такое же бывает в подкасте. Если я не под правильным углом говорю, у меня что-то такое зажёванное. Да. Правильный угол. Там еще один есть на воротах, на арке на этой. Блин. Что-то вообще как кашка идет. Не дается этот орешек. Но ноги короткие. На, надо идти. Слава больше, дядя. Блять, лишь бы ноги не сломать. Нормально. Блять! Он прям на точке, на. Сука, еще один на респе был, один. Ставьте, мистер Зай. На респе? Да, последний раз он там был. У меня с арки респа. Ебать.
Ты в текстуру пострелял. Предательская текстура. Сколько дамагата мне нанес? Bomb has been defused. 6-1, еб твою мать, я как на карте победил вообще, не? Пацаны. У тебя на этой карте уже ранг есть. Нет, у меня на этом на этой карте ранг. Ты тап нажми. Да. Ну да. Есть, ты че, блин. Нет, у меня на карте ранг. Есть у тебя. Да есть. Я просто, мне реально одну победу все равно пишешь, надо держать. Я могу скриншот. Да нихуя сделать. Тебе не пишут. Ты пиздешь вот этот пошел. Стука. Да. Стука, я, блядь, не, блядь. Ты просто забыл уже, что ты тут получил. Я уверен, я до футажей доберусь прошлого раза нашего, и там ты радуешься получению ранга. Это на офисе я радовался получению, сука. Я могу вернуться в этот самый матч, нет, если я сейчас ливну. Можешь, но не надо. Ладно. Он, сука, наугад меня простреливает. Тихо-тихо, граната. Сука. Вес, ты... А, я чувака? В квартире... А, это наши в квартире, наши в квартире. Блядь. Там, да, чувак, Вес был аккуратен. На песках, по-моему. Нет? О, там Ави сидит в яме. Ой... Притворись, это шип. Да ну ёб твою мать! Ты видел в этой самой библиотеке? Видел, ага. Да. Сука, эх. Ёбаная стрельба невозможная. Погнали в этот колдовец. Так, ну я беру авап, это какой у нас предпоследний, дает раунд? Наверное, можно. Подожди. А, нет, до 12 еще. Еще дохуя. Mm-hmm. Не, до смены сторон, это, по-моему, последний или предпоследний. Ну, на 12 же меняется. Это еще не последний, точно. Мы сыграли 8. Блять, пойдем что на Б, пацаны, че мы там на А дохнем, как черти? Мы и на Б дохнем. Пойдем на Б дохнем, как черти. Да. А я грей. Ну ладно, погнали на Б. Как? Что? Ладно. Ой. Спасибо, Вас. Ну ты вылез прям прицел. Согласен. Опа, он там все еще сидит за картонкой. Окей, мы там тоже дохнем как черти. А может никуда не пойдем, просто по халдин? Я не понял, он сбегал домой, еще одну гранату, что ли, купил? Блядь. Ответ постреляли. Тридцать секунд, пуш их. Да, ну, да. Больше да, особо да. Нечего делать. Калаш. Может, конечно, калаш засейвить, да. Стоило. Похалдить вообще тема, пацаны. А я грей. Что тема? Я хорошо. А. Вообще просто поедем. Ну, типа просто, блядь, медленно тусим, ждем, аж кто пойдет к нам, мы его ёбнем. Типа вот так, да? Те пацаны на нас бы сели и побежали дальше. Пойду сдохну на банане. Достойная смерть. Представь себе некрологи, какие будут красочные. Так, я бомбу сюда скину. Александр Уиллисов погиб на банане, товарищи. Куда ты пошел, сука? Он на балконе апартаментов. А, все. Минус. Минус. Ходите. На респе, на респе. Вот там. А пойду с другой стороны. Блять, тут дым, сука. Сука, он меня. На мне слон. Возьмите слона. Один в арке был. Сзади вас. Нормально.
Я одно убийство сделал. Какой самый ценный игрок? Надо кому-то с моей пухой. Давай. Чё тебе? Чё, я вап беру. Да, калаш давай. Подожди. А, ты стоп, я себе купил калаш. Сейчас пойду сдохну, можете вап забрать у меня. У меня такой же план. Сейчас у вас два вапа будет, пацаны. Я тебе заберу что-нибудь. А как? А вот так? А, сука. На балконе. Следи за этой хуйней. На балконе, да. Оп! Так. Блядь, нихуя мне разъебало. Оп, а вап фришный. Берите. А-а-а. Пошел, забирай. Там это только банан смотрит, два человека, имею в виду. Ну куда он? Не стоило того, не стоило того. Аж по Денису по голове прошел. О, он там за огнем стоял. Это кровь. Там был это человек. Слезы. Оно, слушайте, против нас, походу, играет новый персонаж Overwatch. Нас сильверы ебут. Так мы сами сильверы, так. Так мы сами сильверы. Ну это еще не вечер, погодите. Скоро бронзой станем. Это заявочка, это заявочка. А бомба у тебя, да? Да. Очень все удачно сложилось. Уже кто-то заяву на вас катает. Иди на через дом. Гром кошел. Но я не был уверен, что на бэге. Я тоже думал, что он на бэге. Вот Душнило правильно пишет в чате. Последний раунд. О, беру авик. У меня денег нет. Ой, я случайно калаш купил. О, я куплю, я возьму его. Заберите бомбу, сейчас все равно меня отберут. Был на балконе. Я вапочи лучше соберу, давай. Оп. Часик. Все, я вынул с балкона чувака. Твою мать! Убил его. Хорош. Я думал, я взял, думал, в СРН. Да ёбаный в рот. Один на. Ну я так близко, да не готов с авиком стрелять. Ну чё, блин. Ах ты, паскуда. Да ты, сука, на один банан кроет. Еще один на справа. Он в точке. Последний на Б был. Ну опять Уэс опозорил нас, слил. Ну и старался. Мы могут пройти времена, конечно, месяцы, долгие тренировки, но все равно Уэс. Надо еще, чтобы был шоу-матч, и Уэс с нами пошел. Они не намечают, да. Шоу-матча по контре. Да, вот есть какая-то преемственность. Сначала нас по... А-а-а. В таком случае, Уэс... Хочешь 20 тысяч? Следили вчера за мажором. В принципе, слушайте, давайте, да, сразу скипнем все эти... Кстати, одному на лучше бы сходить. О, на Б идут, что ли? Да я так, от болды. Но я кого-то видел. Уже не видел. Тут есть у меня. Двое у меня в арке. На, идут. Один зашел в арку, если что. У тебя в арке. Один зашел в арку, повторяю. Я убил. Встретил. А, убил. Там Денис, что ли, валяется? Господи. Блять. Что это было, откуда? С угла, с угла пришел. Со всех сторон. Нет, стоп, Денис не валяется. Блин, а, валяется. Там бы-нибудь пойдут, да? Суки. Я смотрю, у меня ники Уэса и Сайда да красные. Я думаю, еще почему? Я же вспомнил, я их репортил за читы. Слава больше, дорогой. Пожаловаться. Рано, на что жалуешься, да? Чтобы это была одна и та же жалоба, чтобы... Оскорбительное показание. Поведение, само собой.
Ну, кстати, по этой жалобе то Костяна могут за них забанить вполне. Слушай, это обычное имя. Это не ник. Да ладно, вы, блядь, не на Б, что ли, идете? Прости, пожалуйста. Суки! Пиздец. Переиграли, как дешевку. Да. Не такую уж и дешевку. Прочитали Заки, да, уроды, блядь, стрим-снайперы. По-любому стрим-снайперы какие-нибудь, ну-ка. Что-то вспомнил какую-то копипасту, где чувак писал, что у него ник, ну, в каком-то приложении был. А, не ник, его настоящее имя, это что-то типа Никантер. Никантер, ну, он не американский. И ему приложение автоматически звездочками забазал аккаунт, и получилось Ни-Р. Короче, поляки какие-то, немцы там против нас играют. Ёбнул одного. Вот. Если бы анекдот какой-то рассказываешь. Короче, что, пушим? Поляки, немцы. Да, пуш, пуш. Поляки и немцы нас ебали на инферно. Окей, Зеки. Блять, хуй. Сейчас респ обойдет, наверное. Возможно. Ну я что взял, то и взял. Че ты? Могут обойти с респы. О, хорош. Все. Прости, зря быканул. А что у него было, ты помнишь? Дыра в голове у него была, что ли? Да, блядь. На Б. А не на А, скорее всего. Нет, на Б. Нет, на Б. Это дыра для банана была, которая, да? Да, блядь, как это хочешь попасть? Никак. Пиздец, дисбалансная хуйня. Не, за мажором никто не следит. Зачем нам за Денисом следить? Вон, мажор-то уже, ты чё? Ну, уже да, уже нет. Это переходящее звание, да. Мажором он был $20,000 назад. Блять, как же это смешно. До сих пор. Всегда. After all these years. Прости, это я был. Так, дым, блядь, кидает нахуй. Ого, вот это прокид был. Ну я зажимал. Так, на Б идут, помоги, на Б. Помоги, 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 помоги. Сейчас пойдут. Я убил его. Ой! Я закреплял наше превосходство. Зачем ты вылез? Ну я там подобрал оружие, пошел дальше. Дебилы, сука. На Б? Да. А, он слева будет от тебя, он слева, он слева, он слева. Он там был, да, может перебежал. Типа прям в него смотришь, по идее. Ну, походу, перебежал. Ушел. Блять, ёбаный наёбщик, скотина, а? Че так Денис-то? Так это ты же это. Хорош, давай. У меня нет диффузов. Блять. А, точно, мы же за кота играем. Я что-то тоже подзабыл. А, ну вроде успею. Нет. Я думаю, нет. Блять, сука! Ну и слава богу. Нифига, сальтуху красивую. Да. Крутанул. Была бы у меня табличка с числом 10, я бы поднял. А у меня не было на щипцы, я под ноль, да? Закупился. Даже флешек не брал. Ну чё, сайдет? Я сейчас тебе, гнида ты неверующая, скину скриншотик. Который я сделал 3 недели еще назад, один матч. Выиграйте еще один матч, у меня тоже самое пишет. Это просто баг. Нет, выиграйте еще один матч, чтобы обновилось. А. Победите еще один матч, чтобы увидеть свое звание. Да, обновить. Так тебе игра уже показала, она знает, что ты сильверок ебучий. Я это и сам знаю. Это тебе унижение от сильверка для сильверка. О, Лёня, походу, проснулся. Может, Анубис какой-нибудь попробовать? А, ну мы все уже отыграли. Анубис, давайте. Давайте, наверное, пассажок.
Офис. Ancient. Сейчас, походу, Леня после Костяна подтянется. Ладно. Да, сейчас еще если катка на полчаса, то, наверное, не успеет. Пупер-пупер, Белл. Давай я Лене уступлю местечко, я пока пойду пописываю. Ну давай. Пусть заходит. Я тут пописываю с чатиком, пообщаюсь немного. Не, давай без общения с чатиком. Только текстом пиши в чат тогда. А чё ты выебался-то, Костян? Сколько можно, блядь, пиздёшь левые эти вопросы какие-то из чата? Блядь, я же с тобой разговариваю. Я только за деньги задавал один вопрос. Во, Заки знает, как это работает. Окей. Я до сих пор не научился так общаться. Можете там мемасики поотправлять. Сегодня 1 это самое апреля. Я не выключал. Тон. Лёня. Привет. Привет, Лёня. В двух стримах, если чё. Что за новая технология? У нас голландский стрим. Ага. Я на всякий случай отключил на секунду Discord, ладно, включай, брат. Или? Или нет, ты, мы тебя слышали. Что-то очень тихо. Ну, потому что я, блядь, не могу громко. А. Сейчас, секунду, подождите, я выключу везде Wi-Fi, у меня плохо с интернетом. Я боюсь, что меня может выкинуть, я пробовал тут как-то вечером заходить в контру. И она просто у меня выбрасывает пинг какой-то лютый. Так. Сейчас я попробую. Но там кто мне освобождает место, далеко не уходи. А может мы попробуем запустить... Меня если нахуй выгонит, то оно это... Да, давайте попробуем. А мы сможем это... Сорендернуться, если тебя выкинет. А разве это так работает? Да. Ты уверен? Мне что-то кажется, если свой ливнет... И не произойдет, не сможем. А я, скорее всего, не люблю. А, чувак, спать. Да. Или может не включить, возможно, сработает, я не знаю. Да вот сейчас проверьте, что. Да сольем и все, если что. Сейчас я захожу. Попробуем. Да из перевода часов. Я, ребят, сейчас с вами не буду разговаривать, потому что Костян сраный гей, не хочет, чтобы я с вами разговаривал. Простите, но у нас вот братство все-таки как-то... Жесть. Супер. Вам осуждаю. Какие фильмы с Джеймсом Бондом больше всего нравятся? Так, кому с Крейгом? Угодно. Мы все в одной пати. Или с кем? Это от меня вопрос. Я могу только к Сайдеду зайти почему-то. Ты не можешь. Сайдед как раз не с нами. Я тебя не вижу в онлайне, Лёня. Типа того? Да, ты из инвиза, выйди. Сейчас, секунду. Может, тогда пустят. Я в инвизе, что ли? Лучше подписывайтесь. Нет. На телеграм-сайт, там будет скоро анонс салон Задарк. В таком смысле. Так. Он вот сейчас появился? Да. Пришлось перезапустить еще раз, тихо. Так. Вы не можете присоединиться к этому сеансу. Вы уверены, что вы выгнали сайда, да? Я из игры вышел даже. Я прям к тебе присоединился. Только это очень плохая идея. Не-не-не-не-не-не. Если я вывалюсь, оно же, типа, пиздец будет какой-то. Сейчас, тогда мы вот так вот сделаем. Вот, да, я зашел. Вот, все, я зашел. По-моему, что ли, инвайта, да? Или нет? А куда ты зашел? Не знаю. Давай, вам, вот я Костяна вижу, Уэса и Заки, Денис, только тебя нет. Вижу, да. Так, как тут... Денис, заходи в Костяна. Так, а где-то можно, здесь же где-то было, чтобы мне с любым пингом подключало, типа похер с каким? Настройки, игра и максимальный пинг, допустимый в подбираемом матче. Вот, 350 я поставил. Так, Костян, просто нажми play, competitive и Anubis. А что выбрать-то? Да, Anubis. Anubis. Abubis. Мы же Anubis'ы. Anubis. 26 числа выходит игра Abubis. Блин, там уже, кстати, еще Цусима выходит в конце, в мае на ПК. Она еще не скоро. Но ебошим. Че, вы не играли на PlayStation? Нет, я не играл. Не, зачем? А сейчас на фоне Сёгуна мне что-то прям охота. Ну вот тогда можно будет и посмотреть Сёгуна. Нет, так Сёгун уже к следующему подкасту выйдет целиком, 23 апреля.
Сушима можно выходит... будет посмотреть его позже. Я, кстати, настоятельно рекомендую посмотреть Сёгуна 86-го года. Он прям матч был приятный. Я столько раз его смотрел, прям ух. Я скачал, но что-то, я думаю, мне не зайдет на фоне нового, потому что он охуительный. Нет, на фоне нового не зайдет 100%, потому что он разговорный. Он старый. Да, он старый и разговорный больше. Нет, так первый новый тоже больше разговорный. Если сериал не вмещается в формат TikTok, он так не любит. Да, конечно. Доктор Хаус дохуя экшоновый. Как ты его смотрел? Блин, опять затира. Ну, вообще, это Хаус довольно напряженный сериал-то, когда... Особенно первого сезона. Ну, Лёня, у тебя хороший пинг. Да, удивительная хуйня. Ну, он сейчас еще может... Как у меня. Жесть, как... даже лучше, чем у меня тут. А почему перерыв? Спецназ? Ничего не. Они просто инициировали перерыв вручную. Они тактику обсуждают. Да. Они увидели Лёня, им нужно... Я ненавижу эту карту, это полный пиздец вообще. Специально для тебя выбирали. Понятно. Блять, выбрали бы лучше нормальную, где есть две карты, на которых я откалибровался даже. Вы че, блядь? Да мы уже отыграли на все. Инферно, скорее всего, что-то еще, да? Только что отыграли. Денис, ты же знаешь, что я не знаю название карт, поэтому... Я специально тебя мучаю. Короче, там, где церковь. Там, где церковь. И банан, вот. Это вот на ней. И... Вторая — это которая... Там, где церковь и банан, у Лёни флешбеки из детства. С католического. Из католического детства, да. С католическое. С католическое. С каталожское. Систолическое. Ты как, ну, Лёня, пожелаешь хоть... Да ничего, нормально, веселюсь. Пишешь? Да. Steam Deck. Steam Deck играешь? Вот что самое главное. Даже SSD купил? Какой SSD? Большой? Че, давайте раши через дым, парни. Вы готовы? Погнали. За столбом справа. Нормально, через дым хорошо. Да, мне понравился. Не, а че, нормально? Слева вдалеке, слева вдалеке. Хорошо. Ой, сзади еще, вот, сзади пришли. Сзади. Через сзади. Дым. Ты последний. Я понял. Справа, слушай. Справа. Ставр Годинович победил. Ну вас нахуй. Еще не понял, к чему это было. Да, блять, Алеша Попович. У него Ставр ник, и я вспомнил... этого богатыря. Ну, слава богу, хоть не сын Зевса. Ставр Кединович, сын Зевса. У меня не бывает другого голоса сейчас. Что делаем? Нит кушаем? А куда его нахуй выдать? Пойдет ли Денис? Сука, там убили. Дойду ли я? Не дошел. Нет, он мы всех все тут убил. Полегли. Ой, я успел одного забрать. Нормально. Давай, Зак, сука. Их всего четверо. Угу. Короче, это все вот эти, это тошные ебаны, которые все три подхода дымят. Нужно просто выжидать минуту. Пока дым рассеется. Ну, поболтаем. Как можно гранаты кинуть? Попробовать она рассеивает им вроде. Ну, это такое себе, она там его типа на секунду рассеивает и все. Но они не ожидают, мы их всех убьем. Давайте сейчас на мид гранату кидаем и убиваем их. Так реально, нам что, больше секунды надо, чтобы убить их? А что из этого мид? Центр. Мид это мы. Типа, центр с воротами. Ну что, ждем, сейчас прилетит дым. Вон там чувак стоит, в дальней. Что-то, походу, не прилетит дым, погнали. Они там. Со слоном уже, что ли, я не понял? Да. Throwing a molotov. Спасибо за эту флешку, пацаны, очень помогли. Это я, да. А, он там стоит в проходе со слоном. Хватит флешки кидать. Понятно, это третий меня вылетит сегодня. Ты ему в спину заходишь, Костя. Ой, это другой. Он там, конечно же, ждал. Он, конечно же, почувствовал, что я подхожу.
Ну, матчмейкинг, конечно, в игре говно. Вы поняли, против кого мы играем? Он уже после первого раунда купил себе слона. Да. Гей-любитель вот слонов. Бля, на экране закуп, а мышкой быстренько переводите с дымовой на осколочную гранату. И что будет? Внизу он у воды. Внизу у воды, чувак. Там в темке сидит. Бля, что я прям вот. Вот там. В кого мы попали, я не понимаю. Ну, каких-то потных ребят. Ну, один крил есть. Ты посмотрел во все стороны, кроме этой. И это обернулось победой. Катастрофической победой. Ты в принципе вправо не смотришь никогда. Блин, а мне лень направо руку двигать. Действительно. Тебе направо удобнее, по идее. Ну, ты же левша должна быть. Не, мне проще как раз другую сторону. Ты какие-то просто новые уровни атрофии мышечной. Блин, Костян, а как ты на геймпаде играешь? У тебя слева хождение, справа прицеливание на стике? Или как? Я не ебу, ну как? Ну какая раскладка есть на геймпаде, так и играю. По умолчанию? А пальцы-то, наверное, большие, одинаково работают на обеих руках, нет? Это левша, это типа вообще не человек, а хрен пойми чё, все наоборот. Нет, ну в смысле, есть ли разница, как целиться на геймпаде? Суп едим вилкой. Ну вообще-то есть. А ты тоже левша? Пальцем удобнее. Пойдем. Зачем? Это ж неудобно. Кто левша? Вес? Вес. Да ладно. Серьезно? Ничего себе. Да, бля, наши соболезнования. Вернулся в какой-то третий век до нашей эры. Ты левша? Да ну. Это же ведьма, сжечь его. Это что, у тебя две левые руки, что ли? Просто две левши. Клавиатура справа обычно вот так играем, да. Справа. На Б сидит. На А, может быть. Нет, не может быть. Как интересно называлась в эти времена пятерочка? Вилочка? Пятерочка магазин. Где они молоко покупали с пивом? Вилочка. Пибочка. Это зря ты сделал. Ну, как бы... Как сделал. Как сделал, так сделал. Он же меня видеть должен был. А Заки должен был его чувствовать. Чат удивляется, почему я не знал, что вас левша. Да мой чат сам не знал, так что нормально. Так, вы купили дорож? Костя, режь этот дым. Режь его, чтобы быстрее ушел. Дым режь. Мышцы смертные дрожь. Этот момент ни на кого не А этого не было ни в какой нарезке? Нам Костян это лично только рассказывал. Мне кажется, это 1000 раз уже не было. Не, я не вставлял точно. Ну, то есть всю историю, по крайней мере. Это какая-то переписка с маньяком. Вернулся туда. Мы над этим ржали, но без контекста в нарезках. Да. Ну ладно. Алёнь, тащи, мы ослабили крышечку, одного убили. Дальше изи пойдет. Да. На самом деле согласен, карта говно. Денис ослабил крышечку. Денис, а ты рассказывал где-нибудь про эту тему? Нет? Нет, не рассказывал. Понятно. Мне нравится, вот всегда надо уточнить еще что-то, ну уж точно. Да. У нас теперь два стрима автоматически, так что вообще пиздец, надо два раза уточнять.
На новый уровень какой-то. Блять, да. Блять. Каждый раз, когда мы на этой карте играем против прошаренных чуваков, во все три прохода летят дымы. Надо никогда не играть. Это говно полное. Карте. Карта просто плохая. Ну, да, не для нас. А, мы забыли стратку с гранатами просто сейчас. Матч раунде, в смысле. Слушай, они реально что-то сделали с дымом. Он как будто таким релизом. Ну, он такой страйковый какой-то. Хуже, не, да. Не спрайтовый. Но он не хуже, наоборот, он какой-то балдежный такой. Шершавый, пушистый. Во, я вспомнил, пушистый дым. Шершавый. Пушистый дым, шелест воды. Блин. Блин, там была штучка, была просто волшебная. Ну и ладно. Чё, тут наверняка какая-нибудь крутая раскидка есть, да, Уэс? Наверняка есть, да. Возможно, наши противники, они даже знают. Ну, давайте, не знаю, типа, по каёмочке. Давайте, давайте. По каёбочке. Кто с бомбой, блядь? That would be me. Блин, флешку кинуть какую-нибудь. Блядь, сука, дым не помню. Ну, оно понятно, конечно. В воде дым. Давайте, короче, сидеть, ждать, пока дым рассеется. Один на мосту над водой, второй внизу у воды. Блядь, там двое. Сука. Не один, все еще на бэк сидит. Угу. Мы бля, ну они же все, наверное, сюда свои стволы навострили. Я, слушайте, раньше же дым он прям шаром был, да? Сейчас он по-другому не немножко он распространяется, он... теперь. Блядь, ебать. Да. Ой, блядь. Лево. Сука. Два, блядь, чела с ВП там было, пиздец. А вы какие карты играли уже сегодня? Инферно... Офис до Даст 2. Офис Даст 2. Эншент не играли. Это где балкон и вот это вся болото. Хуйня? Болото, да. А, где болото. Три, два, один. На одну секунду ошибся. Я кидаю гранату, короче, давай, Денис, работай по ним. Это ты? Отработано. Отработал. Не, это... Понятно. Сколько там? Двое, трое с ВП, охуенно, да? Все, скорее всего. Да идут вообще. Нинас и без ВП въебывает. Вот здесь справа будет. Цаки вот здесь справа. Ну я же настрелял. Ебать, нихуя себе. Этот вот отсюда, вот здесь он, с ВП. Он тебя ждет. Помидор. Pain the peace. У меня есть план, парни. Давайте за мной. Сейчас будет круто. С чем идем? Да неважно. Беру пулемет. Ни слова больше. Беру флешки. Короче, смотрите, все время длину внизу на воде кроет хер. Я знаю, как сейчас. Пошлите вон туда. Я знаю, как сейчас на него спрыгнуть. Так. Я придумал. Вот сюда вот я кидаю дым, чтобы он отрикошетил, чтобы нас издалека не сняли. Сейчас, секунду. А теперь смотрите, погнали за мной. Мы идем вот сюда и прыгаем. Блять, меня ослепили! Это наш. Блять, извини, Денис, я по тебе попал. Вот, план такой. Неплохо. Справа. Как это, блять? Как он вас-то убил? Блять. Охуеть. Да план хороший был. Не, вообще нормально. Да. Давайте повторим. По-моему, отлично сработало. Как думаете, нас прочитали?
Или мы сможем еще удивить? Да нет. Я думаю, у нас не нужно смысла читать, тут 10-0. Нас можно просто простреливать. Let's go, my brothers. Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Там сейчас тоже дым сработает. Все, погнали. Во, отлично, отлично. Найс. Еще, еще в центре. Найс. А, разъеб пошел. Погнали. Ставлю бомбу. С РСП где-то. Пушим, пушим. Найс. Еще один там, не еще один АВП. С воды, с воды, с воды. Стоп, а вы где вообще? Бля, я слишком Заки, далеко ушел. А ты где? А ты где? Я решил Заки? Обойти. Ебать. Нормально. Нормально. Я не очень хорошо ориентируюсь. Берите, у него какой красивый явик. Надо кому-то? Может, у тебя неправильная ориентация. Короче, парни, есть идея, давайте за мной. Так. Так, прыгаем. На Твиче. Они этого не ожидают, зуб дают. Погнали. Мега план придумал. Хотите АВП? Ну, я не знаю, как-то я с ним не так уютно себя чувствую, как с Дробашом. Вот я кидаю туда дым, и мы прыгаем вниз. Ого! Блин, может сработает, слушай. Да. Никто никогда такого не делал. Все. Че, вы собрали меня? Блядь, сука. Я не успеваю переключаться, вы всем нравится. Они этого ждали, я не понимаю, как они могли знать. Короче, предлагаю начать то... начать... А, блядь. Все, мы кончили. О, Лёня выдалась. Короче, да, план. Берем дымы, расходимся и закрываем. Да. Я пойду на А. Я на А вообще жестко подымлю. Надо еще на мид дымануть. Я на Б пойду. Я понятия не имею, где здесь А и Б. My name is Jeff. Они с моста все идут. Сверху. Это что, не задымило? Это на Б, это где Костян. Это где Костян. На А, блядь. А, значит, на А. А, блядь. Ой, да, сейчас да, свои. Поставят. Они знают некоторые джедайские трюки, походу. Почти убил. Но нет. Но ты все стены убил до этой карты. Что, я? Уэс. Так, ничего не решающий раунд. В целом, мне кажется, неплохо начали. Надо так же. Че? Я на А пойду. Там вообще я закрепился неплохо в прошлый раз. На банане? На банане. Зафиксировался. Плотно присел. Вот-вот. Куда ты щемишься, сосунок? С моста двое. Еба. Направо, Заки. Заки, да, опять вот где-то хуй пойми где. Беги, беги. Ну, я обхожу, я обхожу. Да, они уж ушли давно. Это мы с Денисом тут крошились. А, это отвлекашка. Бомб-то. Он тут? Да. По-моему, да. Пиздец. Не было, что ли, вот там? За кругом, за этим. Уже двое вроде было. Прятался. Двое. Один сверху, второй снизу.
полковник. Ростик с конторой. Интересно, почему? Больше, чем противников. Вроде столько же. Нет, противников я 4 убил, смотри-ка, да. Ну, Денис 71% в голову. Да. Не знаю, почему я сказал «да», как будто я считал. Что там написано? Ну чё, это... Всё. Давайте нормальную карту. Всё? Давай Сайдета призовём. Сайдет, призывайся. Кто сейчас главный, Лёня? Бля, почему я-то? Это плохо. Твердый можешь передать. Да, сейчас. Корону. А как? Да. Чё, никто не хочет полосочку добить, чтобы больше стримов было, пацаны? Да, нету здесь есть, я могу выиграть. Чё, как успехи у вас? Нормально. Ну, ты я просто нажми play, компетитив, да, я четверых выбери убил. Ancient. Хорош. Блять, я не умею. А, убираешь Anubis, убираешь Incient. А, ну вверх, короче, вверх. Я откалибровался на Мираже и на Инферно, во. Штет. Давайте Мираж сыграем. Я там шарю. Можно Мираж? Не, конь-насильник, вообще не байчу. Я ни разу не байчу. Anubis убери, да. Ну все, погнали. Ой. Блядь, собака лает сейчас. Чё, как вы тут, чат без меня? Живы? А, все теперь... Костян тебя не задушит? Да пиздец душный, черт, этот Костян. Его пиздит, пиздит безумолку, как кто-то что-то начинает пиздить. Ой, да-да-да-да-да-да, начинается вот это, ужас ну просто. Ну так, чё ты думаешь, что он против стримов-то, а? Ужас. Нашего городка. Угу. А почему же эта карта, а не Ancient? Ancient же хотели. Ancient. Ну это тоже нам. Мне не принципиально. У меня люди что-то в ДБД начали играть, ну что-то происходит. Ну, герой новый вышел. Там классный новый маньяк. Перерабатывают. Это ДБД вообще огонь. В матчмейкинге бы ебошили и бед не знали. Ну, если бы там лабус. Можно было четырьмя маньяками играть, то я бы только за. Чё, четырьмя маньяками? Да, на одного этого выжившего. Да, это было похуительно весело. Согласен. Выжившему особенно. На бейт? Окей, я понял. Ай! А где вас убивают? Все живы. Ну, вон там, на раскидке дымов идут. На балконе? Да. Один бля, на меде почти есть. Убил его. На балконе почти убил. На точке. Двое на. Вот Денис добил того, которого я поранил. Еще балкон, один был еще на... один. Вот там один, да. Последний уже. Найс. Хорошо. Пистолетные раунды. Лучшие. Пипистолетные. Ага, пипи. Обожаю, блять, эту игру. Единственный, нахуй, кто умирает вообще, по-моему. Ты не это, не грусти. Нет, нет, вообще не грущу, чего грустить, ты просто смеюсь. Иди нахуй, встал ты тут. Тайминги разъебал тебя. Не, ну тут грант надо успеть кинуть, чтобы долбоны не прошли. Ты дым им кинул, да? Да. Но у меня не хватило денег на этот... На дымок. Огонек. Че, не у вас? О, не уже в коннекторе вот здесь. На центре. На Б, походу, да. В коннекторе, в смысле, внизу, на меде? Ну вот который вот здесь. Я бетку ставлю. Прям тут чел. За стенкой. Ааа, там и второй. У вас я просто далеко. На зиге наверху есть, сука. Бомба здесь лежит. Слышали инфу? Угу. Блин, какие хорошие. Напугал ты меня. Нет, я за тебя был, нормально. Блять, откуда он взялся с нашей респы? В балконе. Да. Бля, косой, пиздец. Все два у нас здесь были. Ты подобрал эмку. Да, я подобрал сейчас. Угу. Перезаряди. Я все обойму выстрелил. Бомбу-то не забрали, я надеюсь? Нет. Он вот здесь на бэк и видел его. Да. Угу. Так ему бомбу все равно забирать придется, сдались куда-нибудь. Вот.
Бля, он так и не слышит. Я уверен, блядь. Он тебя тебе слева обойти. Может обойти. Вот отсюда, да. Прячься. Хорош. Ну, хорошо. Ух. Держи. Где-то. Давай. Заебись. Что-то, да, что-то как-то криво кинул. А ты себе-то купил что-нибудь? Да, фомасику побегу. Я себе свечи сломал, прикинь. Сломал. Взломал, блядь. Этим? Фольгой? Или нет. Просто скачал? Мастера нашел. Какой фольгой? Там что надо контакт фольгой обернуть на джейконе. И он в диф режим уходит из-за этого. Блядь, понял. Денис, уйди, пожалуйста. О. Вест, ты убил вот здесь чувака? Да, которого... да, одного успел. Угу. Они на Б там идут. На балконе два человека, парни. Они к вам сейчас. Идут на А со стороны балкона. Блять, прям бомба вот здесь у нас. Блять. Еще кто-то из Аки там, я слышу. Да-да-да, обошел. Блять, сука! Да ты слышал бомба его, тут... Заки, я не знаю, что ты... Ну, я слышал его там. Он дальше был. Бомба вот наверху лежит. Смотрит. Я этот домик посмотрю. Мне не нравится здесь. Вы на бомбу кто-то смотрит? Я ушел балкон пасти. Вест, где тебя убили? На лету. Надо поднимать наверх. А, тут 6 секунд. Уходи, просто уходи. Уходи, да. Нормально. Измором взяли. Там калаш нужен? Да. Я здесь. Ну, я вон в угол кинул, короче. Спасибо. Я просто им стрелять как-то... Ну, я ничем не умею, но им мне совсем тяжело. У него самая большая отдача. Ух, блядь, их тут двое, сука. Бля, наверху двое. Не, и внизу тоже. И внизу еще, они на все. Блядь, на миде один. Под балконом прям. Угу. Со всех сторон, блядь, прошли. Да не на, почти все пришли. Они же поставили. Заки, под балконом, куда ты смотришь? На, вот сейчас поставим. Может же залезть. Как он там окажется? Может, ему через зигу придется подняться. Там еще один. Вот здесь можно залезть со скамейки запрыгнуть. Можно, но он, они не будут. Ты со стороны нашего респада этого человека застанки. Вот это вот. Он. Это со стороны нашего респада. Че, эко? Ну я нет. Ну, по полу эко. Никто не экономит. Я все слил. 5 копеек оставил. Блять, хорошо. Внизу есть, в арке. Я слежу, чтобы сверху не упали, если что. Угу, в арке есть двое. Да ну не было ж никого, так здесь. Откуда ты там сразу? Бля! Над тобой. Ёбаная хуйня. Слышу, да. Пиздец. Нахуй. На балконе. Нет, Сайд, здесь. Смотри, ты что можешь на делать. На Б уже пришли. А. И на А. На Б ставят, понятно. Прикольно. Хорошо, пушку заберем. Сука. Это, кстати, моя, лол. Ух.
Ага, от души прям. Блять, мина. О, он всех нас убил. Нет? Нет. Граната, блин. Таня, чувак прям в зубы гранату кинул, пиздец. Вот теперь у меня эк. Блять, не хватает, сука. Окей. Все, сейчас буду хоть что-то с дигла раздавать. Давай. На А очень тихо, возможно, они все на Б пошли. Возможно. Внизу меня тебе убили. Внизу. Okay. Внизу. Я одного убил, а второй меня убил. А на кто-то есть у вообще? У них желтый ФКшник. На, по-моему, никого нет. Твою мать, блядь. О, ебать, а там где я умер, там два человека сайдят. Похуй на них. А, там у них бомба, блять. Окей. Так их всего двое. Похуй, говорит, на них. На Б, что ли? Угу, на Б, да. Я на зигу пойду лучше. Калашка нас попал. Наверху, наверху. Оба как наверху. Кухня не кухня. Прыгнул один, прыгнул сюда вот один. Ты последний. Блять, не убил. Сука! 75 за 3. А он не 100 за 3, ну что это за говно, блин? Ну у них один чувак вон. Все разъебывает. Ну у них еще один чувак на респе стоит. Не, он, они выкикнули уже. А, да? О, клево. Угу. Да как так он ничего не делал у них, у него 0-4. Бля. Бэт. Я ударился об этот об край. Да идрить, как? Ну просто на ходу мне два хэдшота прилетают, я не понимаю. На АБ тебя убили? Весь мид. Нет, нет, я в окне был, а чел наверху мида был. Бля, он меня слышит по-любому, да, на миде-то? Когда я по его респу хожу. Да, он меня слышит, сука. Да как, блин, пиздец, блять. Где? Справа под тобой, справа под тобой. Вот это хитрое уёбище, пиздец! Сучёныш, блять, в рот его ебал. Мразина, нахуй. А можно просто чуть более точно? Можно инфу, да, сказать. А можно, да, инфу. А, на Б. Заки, бомба у меня, Заки, бомба у меня. Он там, перед тобой, Лёй. Сука, наверху чувак стоит. Хуесос, Блять, бомба идет. Я последний? Да. А бомба где? Где-то топа, там. Не топа, Лень. Там что где? Он там написал, что это значит. Как здесь выходишь направо, она там была. Но теперь уже ее забрали, наверное. Да, вот там здесь была. Хуй знает кого. Тебе перегородишь. Куда ты делся, говнюк? Скорее всего, на нашу респу ушел. Да мне кажется, он на коврах. А, блядь. Да, я не смог. Он еще сел мне прям под... Под выстрел, а я все равно промахнулся. Их. Так. Вот не хватает. Нет, не хватает. Я пойду на Б посижу. Кто вас там ебут. Хоть присоединюсь. На Б, походу, да? Да, на никого. Тут только бомбу отвлекашку кинули. На миду, все. На миду дым, на миду дым. Да не, паскуда сидит, крысит. Эх, каш. На респе на своей. Респе? Да. Она, наверное, тебя ждала, я вышел.
Туннельчик между медом и А. Лёнь, ты человека пропустил. Я не пропустил. У тебя там два человека теперь. Угу. Ну, я не смог убить его в спину. Справа, сзади, справа. Что? Где? Чего, пойдёте овервоч завтра? Я б сходил. Я б тоже. Там у меня что-то пока на такое хардкорное соревновательное что-то не стоит вообще. Батлу бы, конечно. Он уж убежал, наверное. А нет. Нахуй ты под руку-то говоришь-то? В такой момент. Это как будто что-то изменило бы. Ну типа да. Короче, они через мид постоянно ходят. А я пока в арке посижу. Может, поймаю кого-нибудь. Может, кто-нибудь... Ох. Вот здесь. Блять, упал. Сейчас что-то никого на меде. Че, они через А пошли, да? Да, они через А. Да, через А пошли. Я там косвенно... Наверху один. АВКшника на балконе был. Ставят. Ставят на. На, поставили. Есть. Как же я накосил-то. На балконе один и слева еще. Блять. Слева еще. Бомб. Хорош. Хорош. У меня нет ебаных щипцов в ротах. Ебал, блять. Нет. Так остро ты реагируешь, конечно. Ну, он троих убил, видишь, бодрый. Ну, это пиздец обидно. Ну, там были щипцы, ну я, блядь. Я... Сука. Так, беру щипцы, а все остальное, что... Остальное лишнее. Ну, у меня, по-моему, не было денег вообще на них. Сука, сейчас, блядь, четверым проебем. Чё? Прибух впервой. Кто оно? Мы ж не эти, киберкотлеты какие-то, чё-то. Да ёб мать, иди отсюда, что ты придумал. Хорошо. Тоже понравилось. Блять, их там двое. Сука, их там двое. Блять, меня походу с прохода с подвала сняли. Подвал на меде. Как ты вообще ему в голову попал, я не понял. Скилл. Ты маковой из вон туда. Ты пулю закрутил. Ты видел там в меде? Да, я видел. Ну страшно, 3 хп. Траха? Нет. Справа ли у него будет? Он с АВП. На меде с АВП. Оба на меде. Оба на меде. Там двое. Хорош. Бля, да хорош. Внизу. Внизу. Последний внизу. До минуты. О, суй, не сосовывает. Заки слева. АВП хватай с него. АВП хватай. Вес хорош, просто вес хорош. Пиздец. Четверых. Да ты не видел там какой-то экшен был, когда там его сували в окно ствола, блядь. Это такой пиздец был. С возгласами, это я Шамиль. Кстати, вон тут недавно посмотрел впервые прикольный фильм в целом. Типа норм с пивом потянет. Игру еще прошел. В целом тоже норм. Чипцы зарешали, говорят. Что-то они хотят больше идти сюда. Там такой убивец стоит, ты чё? Мне кажется, они выжидают. Мне кажется, они на Б идут. Меня да я тут все задымил, не идут они. Блять, опять в подземке, на меде. Блять, внизу они были, значит, окей. Ну там всего один, по-моему, был.
Под балконом. Блять, прям под балконом, балконом, да. Сидит. Сука. Хорош. Трофейного АВП. Трофейный какашка. Не люблю я АВП, когда близко противники. Я чтобы там... Никто не любит. А вот он с дигла тебя хуйнул, прикинь. Где? Обидно было. На Б все? Да, не, на миде. Я сдох как черт. Это ладно. Под балконом один миде. Сука, один. В рот ебать. Лёнь, он сейчас справа от тебя будет, внизу. Я понял, далеке внизу. Он налево убежал, налево на убежал по... Я видел. И я Заки говорю. А бомба у Лёни. Хороший так вот. Где бомба у меня была? А у тебя где-то она отмечалась там. Позиция пиздец, да? Конечно, там голова вылезает на 2 миллиметра, хер её увидишь, а он меня видит. Почему я на первом месте, блядь? Пацаны, потому непорядок. Это очень плохой знак. Это плохо говорит о всех о вас. Щипцы надо брать. Так у меня денег на них нету. Щипцы. Блин, я сейчас другими карту, конечно. Пойду-ка я сразу сигану в это. Б, все Б. Ну, не все, я двоих уже на А убил. Б. Бомба на Б. Бомба на Б, да. Как я не вовремя вниз-то сиганул, сука. Господи, на Б? Где? О, какой скример. Ну там в этом подсобке в этой. Здесь я на крупу мы эти. Там это рынок называется. Не, у меня какое-то другое название, по-моему, я не помню, что такое. ТТВ. Еще говорят вроде как. Магазин. Отлично. Красиво в окно залетел. Ёбнул его. Как же он. Я просто не увидел. Я начал прицеливаться, и он типа попал в слепое пятно прицела и. Ох, скример ужасный был. Блин, пиздец. 6-6, охренеть. Никогда такого не было. Так, на пистолетный раунд мы должны выиграть. Я дигл. Пистолетный изи. Гораша! Это же дельдоты. Через. Раша. Куда побежали? А, это Бэп. Сайден. Лёня, мы выиграем. Ну ладно, Лёня, но Сайден, ты куда? Ой, прости, пожалуйста, Денис. Близко, они все тут, на балконе, внизу, здесь. Ох, боже мой. Один, о, нихуя, хедшот не попал. Минус 3. Один на один, Лёня. Я его не перестреляю. Перестреляешь, Лёня, мы тебе верим. Ты его должен убить. Давай. Хуярь. Где? Не знаю, крути башкой. Угу, покрутил. Твой труп не выудит оттуда уже. А, кухня, говорят. Кухня. Это кухня, это же на Б как сверху идти, а это магазин. Ну, он назвал кичен. Сейчас проверим. Кичен. Кимченен. Кичен. Так, вот этот дом. А я петуха вижу. Наверху на Б это апартаменты, а не кухня. Ой, так, они задымили апартаменты. Внизу. Ходи, не ходи туда. На миде внизу. Какой яма тут. Еще. Блять. Что ж ты так... Балкон. Что жил это такой, ёб твою мать. Я широкий. Все сплотились. Широкий карамыш. Ну нахуй. Ну чувак 25 человек убил. Репортаните его, на всякий случай. Пацаны, сифа. Блять, сука. Пацаны на сифу, что ли? А, ну мне. Нет, я сам себя уронил в сифу. Я на мид. А я на А. Ну ты бомбу-то скинь. Бомбу возьмите. Да. А гранатируют. Пиздец, блять. Метки котов, хуетус. А он в окне был? Снизу лень был. Да, в окне.
Давай, Леня. Мега хорош, Леня. Это ебаный этот. А ты одиночный, просто стреляй. Да я пытаюсь. На, стреляй в ноги, нету. Просто в спрей в ноги, нахуй, и типа попадать будешь. Я слышал, да, по-моему, на балконе есть человека. Я ничего не слышал, ничего не знаю. Леня, за угол скрыть. Вот здесь. 9 хп. Туннельчика. Справа красавчик будет. Красавцы. Не-не-не, не пикай. Остался самый дикий ишак. У меня 9 хп. У него тоже. Наверное. У Уэса? Я не знаю. Не-не-не, у врага у Уэса. Опа, меня убили с этой, из джангл. Хороший. Мега хорош. Yes! Крикнул. Блин, на Q карта вызывается, но на Q карта не убирается. Чё это за геймдизайн такой охуенный? На Q смей наружу. Ну, когда ты наблюдаешь, я имею в виду. Ну, когда... Да-да. Зачем тебе посмотреть на кого-то, кроме карты? Класс, я купил гранат, но не купил оружие. Блять, вот это я красава. Чуваки, я на Б залетел. На Б давайте, на Б пойдем. Я, конечно, сейчас тут спрячусь, но типа... Еще аккуратнее, можешь слева быть. Ну я, да, типа, я сижу на Б, но я не увижу никого, я тут спрятался. А давайте идите, ставьте. Я здесь посижу. Я пойду в кафешку загляну. Чё-то никого нет. Тут смотри, как она называется заодно. Блять, там два человека сидело. Китчене-то в итоге. Да, вот в этой вот кафешке. Я обернулся посмотреть, как эта хуйня называется, и сдох, блять. А, Зига. В Зиге говорят, Леонид, впереди. Бля, да, бля. Он внизу слева был. Хорош. Как мы зашли? Забеги хорошо на кухню, Заки, забеги на кухню. На кухню забеги. Это кичен. Это шоп, это магазин, блядь. По-английски они все говорят кичен. Я когда играю с европейцами, это всегда кичен. Ладно, но написано шоп. Но это, видимо, со старых версий карт еще с GOS 1.6 пошло. Ну, может, это просто народное название. Да, как Зига там, например, говорили. Зига, а, блядь, повезет. Футбольные фанаты вроде тоже не в почете нынче. А когда они были в почете? Ну, блядь, давно уж. А, вряд ли, наверное, надо бы сейчас стоит идти. Да, они сейчас туда придут все. Вон там есть человек, есть человек на балконе. Он направо ушел, направо за стенкой. Я выжег. Ага. Пиздец. Чё, гуна? Ну, короче, один на Б. Есть карты, кивоки. Слышали? Убили, молодцы. Ценой чьей-то жизни. Не знаю откуда, не знаю. Пиздец, блядь. Он подарки, которые на нашу руку идет. Ну, да ладно. Просто, блядь, охуевшее животное, да ну, пиздец. Да ну, это... Да ну, просто пистолет. Добро пожаловать в Сити... Ой, блядь. Не в Сити. Как такой Сити 17. Ну, это прям совсем что-то как-то... Чё, может, Рашби на пистолетах? Аля, калаш купил. Погнали, Рашби. Рашби по балкону, по апартаментам. Давай. Чё они охуеют? Сейчас они дымки нужны. Ну ладно, мы через этот дым пройдем, нам похеру. Это наш, это нам. Сука! Заходите, это не наш, заходите. Это они кинули. Ставлюсь. Ставься. Пойду пушку заберу с трупа хоть. Сука. Я что, не понял, где там у него оружие? Я уже взял. Они как будто бы сзади идут за нами. Сзади, с респа идут. Блять, да, там есть, наверху. Все. Сипорил. Из магазина один еще идет. Че, последний я... Там же балкон, да. Хорош, пиздец, хорош, да. Давайте быстрее таймер, нет! Фух.
ты сегодня без этого, без авапа вообще ни разу. Обидно. Дикий Вест. Дикий Вест. Я, кстати, поиграл в этот Red Dead Redemption на свече. Вообще, сука, удивительно, но он идет нормально. Так игре 15 лет, 14. А мне она всегда казалась такой комплексной, такой тяжелой. А, типа, ты чё, она выходила на приставке, которая, наверное, слабее, чем Switch? Нет, кстати, не сильно слабее. Switch слабее, чем PlayStation 3? Ну, в чём-то. Частота Попадей, процессора, наверное, по-моему, слабее. Бил одного. Один на балконе был, десайдет. Меня с другой стороны убили. Бэна, а, не с балкона, меня с балкона убили. У меня флеш сейчас услышал. Бля, меня сзади зашли. Кто-то через наш рез прошел. Мид сзади, мид сзади. На бомбу, бомбу у вас ставьте сюда. Один на джангле. Зиги, скорее всего, придет сейчас один. Слышь, потный, да, говнюк. Потный говнюк сейчас здесь прибудет. Зига, да. Один на Зиге. Второй в магазине был. Да ну как? И это... Зиги, Заки, прицел? Зиги. Я понял. Справа. Ага. Нет, дефьюз, смотри. Блять, хороший. Заспрыгнул. Это было бы сейчас, конечно, грустно. Это была паника. Тебя бомба, Лень. Бля, мне не надо. Даже у вас есть лап. Пойду сейчас сдохну, забирайте. Бля, да, с ними добой. Все задымили. Это я, чтобы мы прошли. А погнали на А отсюда просто. Я уже на... Давай, языку попалю. У тебя бомб... А, нет, стоп, у сайта бомб. Сайта, он со стороны респы. Короче, один под Б и один где-то, наверное, у вас. Да, стой, я прикрываю. Ставлю уже, ставлю, да. Что у него было? Ну, пипега какая-то была. А последний где закибал? На Б, ты говоришь? Да. Вот он, вот здесь идет. Все, идем. Андер. Нет. А, ну апартаменты, да, это тоже было. Да, передай следующему вас. Че говоришь? Передай следующему бомбу. Вы какую-то венерическую болезнь между собой передаете. Передай следующему. А ты, Лин, просто наугад гранату швыряешь, да? Нет, смотри, вот она прям перед тобой. Нет, это моя. Твоя. А, ну мы в одном месте кидали. Слушай, хорош. Mm-hmm. Хорош. И еще огонь кидаю, чтобы балкон горел, так что нормально. Это да. Что, видосы посмотрел? Да нет. Ну, то есть я просто на этой откалибровался, да, на серебре. Я когда-то 100 лет назад посмотрел. Но я только пару так. А, кто-то есть, слушай кого-то. Я на Б тогда посмотрю, что есть. Флешбэк. А я спину на чек. Хорошая флешка. Не, на самом деле она нормальная. Я просто тебя о ней не пред... На, никого нет. Со стороны балкона. А, есть, на, есть. Лёня, откуда? А, в этой, варке. Нет! Парни, давайте сюда, на Б, ой, на А. Ставь, ты чё делаешь-то? Он раздефьюзит быстрее, чем пацаны прибегут. Да ставь, ебать, нормально все будет. Их четверо. Он не в арке был, он был дальше у респы. Ну, чувак, он был в арке 3 минуты назад, когда я сказал. Он вон, ребят, стоит, давайте Денис ко мне, давайте видел, сюда, на А, тут стоит уже бомба. Денис, ты его видел, он вот здесь за коробкой. Да я знаю, что я увидел, я боюсь с ним перестреливаться. Он же дикий пиздец. Слева внизу. Ну, вообще косвенно там вообще ему осталось. Он еле живой. Сиди, Заки, короче. Молись. Найдет тебе, я бы пикнул на твоем месте. Сука. Пиздец. Ну почему он так слабенько кидает на правую клавишу, а? Он был нахуел и меньше своего. Заметьте, ни одного вапа за всю игру. Ну вот, теперь у меня есть.
Потому а, купил, да, все понятно. Все, сейчас будет. Все, да, конец, ребят. Ну-ка, мне интересно, как Леня кидает эти гранаты. У меня тоже точно не было абапа предыдущих катках, совершенно. А, понятно. Уверен, вам говорю. Вон, смотри, пойдем. А, все понятно, вы все тут разрушители мечт. Вон, смотри. Вон, видишь, где она? Хоп. Да, ништяк. И над дымом кидаешь молотов и... Конечно, дикарь. Вообще просто. Блять. Первая игра, в которой... Блять, на одна трое человек. За столько лет. Погнали на Б тогда. Гоните я на Б уже. Я на Б. Они побежали, они я побежали все. Слышите? На балконе. Сайдет, у тебя вроде бомба, ты сейчас бомбу проебёшь. Сайдет проебал бомбу. Блядь. На парня. А чего вы не сказали, что у меня бомба-то, вы чё? Ну так в смысле, ты слепой что ли? Почему мы тебе должны об этом говорить? Я слепой, я признаю, я слепой, да. Такая же, конечно, претензия. Пиздец, я ему вап подарил ещё. Во-во, да, все, запахло ничьё, и тут же заметили запах. О-о-о, он внезапно похож на говно, которое Сайдет обосрался. Лесное нахуй. Да, у нас денег, жопой жуй. У вас. Ну, где я сам виноват. Признаю, да. А, давайте, пойдемте за Russian B просто по балкону. Ну, просто всех пятером. Я так предлагал в прошлый раз. Да, мы сейчас так сделаем. На Б? На Б, да, просто по балкону. Угу. Бомба-то не у меня, я надеюсь? Да у меня, Денис. Слава богу, блядь. Ну че первый идешь? Чтобы они боялись. Они на этом. Они на... Не на середине. Флешка аккуратно. Нету никого. На миду они, а не на миду. Пойду сразу в этот, в кафешку. Двое на миду. Ты Заки кроешь спину, да? Откуда мы пришли? Да. Есть. Кто кого-то видел там. Они как-то снизу, по-моему, идут. Да. В магазине с авапом, чувак. Да. На партах. Не буду его пикать пока. Опа! Наверху. О, хорош. Лососнул пунца. Блять, там еще один был. Сова, по-моему, убил, походу. Да. О! Все, я исправился, ёпта. Победа! Моя победа, ёпта. Ну, смотри, когда же я не на последнем месте. Хотя мечта. Я на последнем месте, скорее всего, да. Да. Ну, здорово. Вот сейчас было хотя бы на равных и интересно. Да, так, у них одного человека не было. Ну поэтому и на равных, слушай. Ну да, у нас 5 инвалидов, и не вы в команде. Какао, пошел. Ну что, все? Давайте. Да? Давайте. Завтра пойдемте в Overwatch. Ну, пожалуйста. Посмотрим, как получится. Не знаю. Пока. Надо будет обратно его ставить. Ладно. Может быть, и поставлю. Всем спасибо большое за донаты. Всем пока. Спокойной ночи.